последствия этого мероприятия. И я, насколько понимаю, мы в эфире, а это значит то, что мы приветствуем вас, Я дорогие на зрители. Ютубе ничего не вижу. Спокух, спокух. Сейчас все получится, сейчас все Подожди, здесь появится. речь толкает сейчас. Секунду, все, хорошо. Я Сейчас я молчу. пока здесь Я так это молчу. предварительно интродукцию такую небольшую сделаю по традиции, чтобы всех, так сказать, представить. В общем, мы всех приветствуем, как обычно, по субботам в 9 вечера, ну, в данном случае в 10, но неважно. Мы стартуем очередной совместный стрим с несколькими художниками, которые в режиме реального времени транслируют свое творчество прямо на ваши экраны, мобильники, телевизоры и все прочее. Регистрации Да, без смс. регистрации, смс, все прямо, прямо туда, прямо Прямо в вот глаза, так. прямо в Да. нос. Так вот прям бах в глаза и синим экраном, так сказать, все озарим. А сегодня у нас в гостях аж две замечательные художницы. Блад Моран. Да. Собственно, вы можете ее Извините, наблюдать. я просто... Да. Был взволнован. Отлично, отлично, отлично. Вот в правом нижнем углу вы там видите чей-то скайпик. Знаете, это скайпик Блад Моран. И вторая наша гостья – это Аглия. Привет! В левом нижнем углу, соответственно, там вот вы видите очаровательную картиночку с пивом. Это вот, собственно, вот она. Это чай, это не пиво, это чай. Окей, окей, хорошо. С пивом. Соответственно, ей сегодня компанию составляет Саеми Юка в правом верхнем углу. Это я. И Привет. да, и Тиксмилк, я, собственно, в левом верхнем углу, всем привет. Вот, все вышеперечисленные художники на протяжении сегодняшнего вечера, как обычно, как всегда, будут радовать вас своим творчеством и общением, а что из этого получится и получится ли вообще, увидим, поглядим. Let's go, товарищи, наконец-то, после всех вот этих Да. тяжб технических, наконец-то можно приняться, наконец-то, за сам процесс О, я творческий. наконец-то увидела стрим. Ой. О, появилась картиночка. Да, Ну только хорошо, сейчас. хорошо. А мне ничего не появилось. А где я должна смотреть? На Ютубе. Блядь. Блядь, на Ютубе. А ссылку мне дать? А у нас эта ссылочка, ты можешь это подсмотреть. У нас в пабличке там аж два поста у нас вот так вот неловко получилось. Там, соответственно, висят, и там ссылочки там тюк-тюк. Да. Кстати говоря, ссылки там одинаковые, я надеюсь, на, в этих Тормоз постах. какой-то. Одна из них была на стрим, который будет через 2 недели. Господи, Jesus Christ, какой факап. Ага, вижу, что это такое. Ну, исправили. Ау. Ой, хорошо. А Спасибо, я ребята, что нашла у исправили. себя камеру. Воу, да ты вебку. чё? Ну, она сейчас не у меня, ее надо отобрать у папы, но она есть. Слушай, ну ты это, так сказать, Хорошая. отбери на будущее, да. Хорошо, да, я проверю этот вариант. Слушай, не, серьезно, между прочим, у тебя совершенно шикарные сейчас штучки выходят для октября. I'll Мне кажется, stop то, it, что... you! Stop it! В общем, короче, я предлагаю тебе как-нибудь стримец такое сделать, аналоговый. Мы его называем аналоговым, потому что как бы, традишковые материалы и все такое прочее. А вот, и как раз я Кто сегодня традишку запечатлеть. рисует еще, кстати? М? Кто-то традишку сегодня еще рисует, потому что я вижу. Нет, нет, только пикс. Да, и, к сожалению, только я выбиваюсь из общего ряда. Сегодня я буду... Выделился. Да, немножко так выделился. Вот, буду рисовать что-нибудь в туши, что-нибудь маркерами. Сейчас вот как раз и буду смотреть, что за реквесты наши дорогие зрители подготовили у нас в постике. Я уже взяла свой реквест. А я Мне нужна помощь зала. Я не знаю, что рисовать. Нарисуй жопу. Да просто рисуй жопу, и все будет хорошо. Как же, ну как же? Да это предыстория этой жопы. Жопа на из этой жопы нарисовать тян. Вот, вот, да. Жопа тян. Жопа тян. Жопу тян? Такая с ресницами такая. Вы бы только знали, что я сейчас себе представила. Даже представлять боимся, честно. Не надо, лучше не надо. Жиром. Ой, сколько всего-то накидали-то, господи. Их там в чатике спрашивают, что за скетчбук. А, скетчбук, сейчас скажу. Скетчбук замечательный, я его купил за 700 рублей, чем невероятно горжусь, то, что смог урвать по такой дешевой цене, собственно, такую штуку в твердом переплете с такой толстой бумагой и всем таким прочим. В общем, это скетчбук Кэнсон, или Сэнсон, или
я не знаю, как иначе произносится, да, вы видите, собственно, на картиночке, как эти буковки выглядят. Вот, собственно, вот такой вот скетчбучик, 90 грамм плотность бумаги, вроде как 90 грамм, если мы память не изменяем. Всячески замечательный, еще здесь есть вот такая прекрасная резиночка, которая вот так все это дело натягивает, обтягивает, и прям от этого становится прям хорошо. Вот, как-то так. Просят еще раз озвучить, кто здесь есть. О, да без проблем. Блад Муран! Право внешним углом. Ведерующий бомбардировщик. Агли! Свэг. Нет, я в смысле привет. В левом нижнем углу Саэми Юка. В квадратных штанах оранжевых стоит в одном углу Саэми Юка. Погоди, ну почему? Ну в правом верхнем же. Я просто, да, я немножко, да, я здесь надо было паузу выдержать. В оранжевых ритузах. В одном углу. В другом углу. В правом верхнем углу Саэми Юка. Соответственно. И я письмилк в левом верхнем. Вот. Как-то так. Еще есть торш на скайпе. Да. И еще у нас торшечек. Вот аудиоподдержечка. Тишина. Да, плохая поддержка. Простите. Так себе. Че там, че там? Простите. Я тут половину. Я половину персонажа не знаю. Особенно что-то учительница по физике. На реквестах вообще. Да ладно, учительница по физике в реквестах. Да. Потрясающе. Розетки красиво смотрятся. Так, и вот это второй, да, тут идет стрим сегодня. Ну, я тут просто смотрю персонажей, я не врубаю даже, кто это. Ну да, там вот два поста, и вот в оба поста вот у нас вот писали подписчики, разные реквестики. Можешь посмотреть вот в обоих. Может быть, что-нибудь из этого приглянется тебе. Захочешь рисовать. Я, наверное, нарисую или что-то из Gravity Falls, или по ту сторону Инвариды. Отлично. А что-то я давно намуливала руки. О, боже мой, нам даже Пушкина зареквестили. Пушкин? Пушкин. Теперь даже не знаю, это же такое... О, это вкусное. Нет, самый классный там был дедок из чая. Да. Беседа. Я предлагала нарисовать его Маше. Я думала, она нарисует там торс, типа, красивый. Или дедушки. Нарисуй жирафика. Отлично, просто отлично. Не знаю, что рисовать, рисую жирафика. Просто вот один ответ, вот просто вот на все. Жирафика. Ну да. Жирафика тоже другой персонаж. Черт. Да. Жирафик. Даже есть Малдер и Скали. Есть Фубуки из One Punch Man. Ну я тебе скидывала там, где лысик такой стоит. А, все, вспомнила. Кстати, Юра, кто-нибудь смотрит? Не смотрит? Я посмотрела первую серию, хотела вторую скачать, но меня почему-то у Торрента хотел запускаться. Рука не поднялась. Говорят, кстати, говорят, что вторая серия просто вообще просто бомбическая. Так, еще вопрос. Где здесь чатик, по идее? А вот, короче говоря, заходишь по ссылочке на YouTube, вот там, где вот у нас вот собранный вот этот стрим полуседушный, и там справа должен быть чатик. Собственно, где-то там. Какой у меня мерзкий голос на записи. Да ты что? Да он чистый. Добро пожаловать в мой мир. Кстати говоря, коли вот мы по поводу голоса заговорили, Агли, вот меня вот очень животрепещущий вопрос интересует. Я же как бы ознакомился с твоим творчеством не только в плане рисовательного, да, вот то, что ты рисуешь, но и в плане как бы музыкального, и мне, в принципе, очень нравится то, что вот у тебя получалось. Ты как-нибудь сейчас вообще занимаешься музыкальным творчеством? Не занимаешься? Нет, мы распались, и мы разъехались. У меня все музыканты были не из моего города, поэтому нам на встрече надо было съезжаться на репетиции. И когда у всех началась работа, это было крайне затруднительно. Поэтому пришлось выбирать что-то одно, и вот так получилось. Грустно, на самом деле. Да, а реюния на никакого, соответственно, не планируется? Может быть, мысли какие-нибудь? Пока что нет. Ну, вряд ли. Ну, не знаю, как бы. Сейчас, что ж, можно нарисовать?
кстати, плюс у меня боязнь сцены, поэтому. Да ладно. Да, каждый концерт. Да у вас... ладно. Слушай, по тебе вообще просто не скажешь. Я смотрел. Ты меня на сцене часто видел? Ну как, непосредственно, конечно, нет, но я видел записи, да, ты вполне себе такой очень уверенно так прям выступала. И прям даже не мог бы подумать, что ты какую-то неуверенность, собственно, чувствуешь на сцене. По-моему, ты очень. Это на каких записях, когда она там издалека видна? Мне просто прыгает что-то по сцене нервно. Это Агли. Она не волнуется. Поверь. У меня там есть любимая песня с падающим гномом. Падающим гномом, господи, я не видел такой перформанс. Нет, там просто, по идее, на заднем плане там на крик идет. Мы такие. Но его заглушили, так вообще же маленький гномик падает с обрыва и дальше ходит голос. Да, такой. Расправил папа с песней немножко. Как-то мне сейчас, кажется, начнется не рисуй, я тут как представляю, ой, что меня тоже смотрят. Так-так-так, спокуха, просто берем и просто рисуем. Так, ребяточки, я на секундочку отлучусь, надо найти карандаш. Все так говорят. А без карандаша слабо? Так, а это сейчас. Да ёбушки ты, робот. Начки. Ой, пардоньте. Ёбушки-воробушки, это нормально. Ладно, что это? Ой, я смотрю реквесты. Изучаю. Читать умеешь? Смотреть картинки умею, Настя. Вообще тупой, да. Там еще в ютубном чатике накидали таких реквестов. Да. Спой, пишут. Нет. Nope. Вы не хотите это слышать. Учительница по физике. Да, я ж тебе про нее говорила. Пока мы разговариваем и смотрим реквесты, вот Йоко уже рисует. Да, Йоко уже рисует. Юка вот прям вот молодец. Слушай, а это же из этого, из... как же называется эта игра, так господи, Dragon... Дракенгард. Дракенгард, так точно, да. Я видела этого персонажа, он мне понравился, но я не играла и вообще не знаю, в чем речь. Тут, на самом почему деле, нет? У этого сериала игрового очень интересная история, потому что он очень-очень трешовый. Он совершенно несерьезный, очень трешовый, у него очень сомнительная такая популярность, но он неимоверно популярен в Японии. И... у такого очень сомнительного проекта было аж два сиквела. И такой там целая трилогия получилась как раз этой игры. Вот. И там совершенно безумные кат-сцены, насколько я помню. И совершенно странный геймплей. К сожалению, самому не довелось поиграть. Я вот сейчас читать, пересказываю слова своих знакомых. Но проект крайне специфический. Но персонажи там, их дизайн и просто вот этот цветочек из глаза, он... просто вау. Она на PlayStation 2 была? Первая и вторая часть, насколько я помню, да, они были на второй PlayStation, а третья часть, соответственно, на третьей. Вроде как-то какая-то такая ситуация. Слушай, Торшичек, а можно тебя попросить, пожалуйста, если вдруг вот что-нибудь в чатике там вот мелькнет, можешь озвучить, там, может быть, вопросик там какой-нибудь или что-нибудь еще такое? Я для этого здесь сижу. Отлично, отлично, спасибо тебе большое. Я, короче, начну рисовать что-то, а потом посмотрим. Отлично. И она превратится у тебя в мужика. Голову. Да, ну, скорее всего. Ну, если вдруг кто-то будет резко против, вы мне кричите. Да даже если кто-то резко будет против, дальше что? Я резко против. Ну и good for you, блин. Да-да-да-да. Well. Да. Так, прессую-ка я Ройдена. Ройдена и Снейка. Кого? Что это? Metal Gear Solid! Хорошо людям, которые в игры, блин, играют. Можно? А чё, почему? Почему хорошо? Ну, много персонажей есть, которые, блин, есть. Слушай, и они не из аниме. Погоди. Ты, во-первых, как бы и аниме смотришь, и сериалы знаешь, как бы. Мне кажется, и комиксы это вообще не читаешь. Слушай, не девушка, а фантастика просто. Вообще, именно. Я вот сейчас с придыханием буквально это сейчас вот говорю. Мол, как... Ой, в зал ходила и в группе пела. Да, именно. Просто. Женюсь. Подождите.
пойду женюсь. Все так говорят. Кто-то все еще не может принять, что Пик старше 17 лет. Вау. Пик старше 17? Да вы че? Серьезно? Что, еще старше 20, может быть, скажешь? Боже мой. Ужас. Я так думаю, через пару лет можно даже будет еще сказать то, что старше 30. Вау. Через пару лет? Ты ждешь этого? Нет, я не знаю, слушай, я 87-го, у кого с математикой хорошо, потому что я вот, как бы у меня вообще... Это как раз таки такое неловкое молчание в конфе у художника. Да-да-да-да. 27 тебе, да? 27 мне, во, 27. Я, получается, да, ну, через 3 годика. Всего-того-всего. Так ты тут не самый старший. Не самый старший? Нет, я самый старший. Да ладно? Ну я подозреваю, слушай, я не знаю, правда. Вот ты знаешь, вот ты вот у девушек неприлично спрашивают, да? Ты так вот скольз, намекнил. Скольз намекнил. Я буду старше 30 раньше тебя. Окей, хорошо, хорошо. Слушай, как прям изящно так прям, а? Да вообще. Настоящий женский ответ. Ух. А у меня, кстати, на экране хоть что-нибудь отображается, потому что я рисую светлым, поэтому я не знаю, видно на там, не видно. Прошлый раз был вообще... Все хорошо. Проблемы были. Не переживай, все хорошо. Прям вот синенькое, прям вот. Пикса точно не видно. Да, вот моего точно не видно. Ну, и сейчас ничего, я вот сейчас вот карандашиком все намечу по-быстренькому, надеюсь. И начну все это дело прорисовывать уже в линии, уже тушью, и там будет поинтереснее, уже процесс пойдет. Так, погоди, это что, типа Инктябрь? Да, да. Все играют в это дело. Торщик, у меня к тебе будет задание. И, кстати говоря, ко всем остальным участникам стрима с Аиме, Агли, Владик, вам это тоже относится. Пожалуйста, подумайте о реквесте. Я хочу от каждого из вас получить реквест, чтобы его нарисовать в рамках сентября. Хищник. Большой голый хищник. Так, голый хищник, хорошо. Спасибо. Так, записал. Так, Агли, голый хищник. Как бы это... Агли не голый хищник. Да, как бы это... Подождите, давайте разберемся. Пантера, блядь. А обычный хищник одетый? Он, знаешь, он в сеточку, он как буженина. У него чулки в сеточку, немного стрингов. Можно в чулках, если не голый, можно в чулках. Не знаю, там у кого-то очень хорошо микрофон настроен, потому что каждый раз, когда он смеется, у меня в ушах просто что-то звенит. Я так думаю, это, наверное, у меня. Или у меня. Нет. Нет, так кто-то так уж... Наверное, это я, потому что я не в курсе. Кто-то мало разговаривает. Очень редко, но метко. Кто-то мало разговаривает и от этого громко смеется. Да. Так, хорошо. Хищника голова, обязательно голова, я записал. Так, торщик. Ну, я не знаю, а можно, пожалуйста, по Fire Emblem что-нибудь? Fire Emblem, без проблем, кого ты хочешь? Давай, давай я твою пару нарисую. У тебя кто там? Самая любимая твоя пара, самый твой любимый пэринг. Окей, я тебе скину. Окей, хорошо, договорились. Либо по адвокатам, по адвокату тоже ничего. Ок. Адвокат тот, который Ace Attorney? Да. Окей, пишу в скобочках Ace Attorney. Так, хорошо, Блади. Я не знаю, мне в принципе... Я не знаю, короче, я на самом короче. Деле не жду от людей, когда они... Я тебя понял. Ну, короче, если вдруг, да, у тебя появится какая-нибудь мысль в течение сегодняшнего стрима, может быть, захочешь что-нибудь увидеть, какую-нибудь картиночку, ты мне сразу об этом так шепни. Ты правильно уточнил, чтобы... Настя, если ты хочешь что-то увидеть, ты там мне шепни. Конечно, спасибо. О, боже мой. Ну вот. Если мы ничего не нарисуем, все равно будет весело. Но тем не менее, ты поняла. Я жду от тебя реквеста. Жду. Юг, собственно, от тебя я бы хотел бы еще один реквест. Да просто праздник какой-то. Вчера тебе реквест давал, еще и сегодня можно. Да. Я хочу от вас реквесты. А можно ты нарисуешь хуманизацию моего кота? Слушай, давай. Окей, а с тебя референсы? Я тебе скину фотку. Окей, договорились. А ты можешь нарисовать маленького мальчика, плывущего на жабе большой, огромный? Причем жаба такая... Ну,
Ну ладно. Ну я хотела, конечно, старую бабушку-русалку, но ты как-то мало бы это смог. Причем я ее хочу. Бабушка-русалка, ух ты. Слушай, вот мне вторая часть реквеста нравится, русалка, но первая, я так думаю, с первой части я, наверное, не очень справлюсь, поэтому... Окей, мальчик, маленький мальчик на плывущей жабе, да? Да. Окей, хорошо. Да, все, у меня душа спокойна, со всех реквестов собрал, все хорошо. Боже мой, какая-то беспокойная душа, без реквеста не проживешь. Да просто, ааа. Реквеста-вампир. Да-да-да-да. Вот, ребята, дорогие зрители, вот скажите, вот какого Райдена мне, собственно, нарисовать? Вот такой небольшой вот вброс такой вот сделаю, да? Райдена из Ревенженса, тот, который Райзинг, тот, который... Киборг, тот, который из четвертой части еще. Или же все-таки Ройден из второй части. Поставьте единичку те, кто считает, что лучше изобразить крутого Райдена Киборга из последних частей. И двоечку те, кто считает, что классика рулит и лучше изобразить Ройдена из второй части. Пожалуйста, ребят, вы мне очень сейчас поможете с выбором. Боже мой, как морская рыбка, кто там ругается в чате? Вот в стриме. Какая-нибудь такая штучка, которая делает как на телевизоре, это как пип. Будет нормально. Слушайте, кто-то написал где-то? Я тоже могу это самое ругаться и очень громко разговаривать. Вы меня останавливаете? Говорите мне стоп-слово, я его кидала в чат. Алекса, говоря, пропустил. Я не знаю стоп-слово, я не смогу остановить Агли. Я даже она на рунах каких-то написана, поэтому, скорее всего, она... Я даже не смогу прочитать, короче говоря, да? Ну, если постараешься, сможешь, почему? Окей, нет, я на такое не поведу. Черт возьми. Так и знай. Давайте таки оставим как обычно. В смысле, к которым мы договорились ранее, а не как обычно. Я не имела в виду как обычно. Я ничего не понял, вообще ничего. Не, просто я сказала, давай оставим стоп-слово как обычно. Потом поняла, что у нас... Ну это звучит немножко двусмысленно, но... Может быть новостью, что у нас есть обычное стоп-слово, которое мы используем в быту. Да, поэтому как бы... Ну мы просто... Ладно. Да, погоди, интрига в воздухе, понимаешь, что за, как обычно, что вот это за слово было? Просто вот намекните хотя бы, я не знаю, ну чтобы хоть немножко нащупать тему. Господи, ему скоро 30 лет, он, блин, даже не в курсе. Прям, блин, не знаю даже. Так, ну ты намекни, прям вот, знаешь, направление какой-нибудь мысли мне вот, прям, да, я не знаю. Ну не знаю, если так окольными путями, ты смотрел фильм «Евротур»? Это настолько окольный путь, что я прям даже не знаю, как к нему подступиться. Нет, не смотрел. Короче, я вообще... Маша, давай ты. Окей, хорошо, так. Что давай я? Давай ты лучше объяснишь, а то я сейчас объясню. Я упустила этот момент. Сейчас я брошу в чатик это слово. Окей. Тем временем попробую подсчитать голоса. Итак, за первый вариант... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 человека проголосовало за первый вариант, а и за второй, соответственно. Ну-ка. Раз, два. Перевес очевиден. Киберройден побеждает, поэтому будет он. Я не знаю, что я рисую. I don't know what I'm doing. Вы меня простите. Слушай, на самом деле, вот очень забавно то, что вот Агли и Блад, они очень совпадают. Мало того, что немножко по тембру голоса, вот я немножко так, знаешь, непривычки так немножечко даже путаю. Так мало того, еще и манера общения, такая, знаешь, такая родственная такая. Так еще они, блин, обе рисуют синими красками. Просто обе сейчас делают набросочки. У меня просто в сайе только синяя осталась. Ах, краски закончились. Да. В сае закончились краски. И заправила сай, надо вызвать... Мальчика, который заправляет краской. Видела я кино. If you know what I mean. Вызвать мальчика. Ну да, конечно. Ставить псай. Под ненадуну. Раз. Да-да-да. Именно так. Молодец. Не останавливайся. Ведь я даже пиво не допила.
Как же так? Много раз уплёвывал. Да. Такой круговорот пива такой, из стакана в рот и наоборот. Не наоборот. Пара-пам-пара-пам-пам. Пу! Пара-пара-пам. Пу! А, это Ералаш, всё. Ай, молодец. Недавно смотрела передачу про Советский Союз. Да ты шо? Да, радовалась. Радовалась, что нет Советского Союза. А почему? Немножко ностальгировала. Вот как так вот радовалась и ностальгировала? Вот как? Ну как детство прошло в Советском Союзе. Такое самое бездумное детство. Когда... До первого класса. Погоди, слушай, ты сейчас говоришь то, что в Советском Союзе до первого класса провело детство? Я думаю, блин, слушай, ты ж меня старше-то прям ощутимее, потому что я-то Советский Союз, считай, не застал. В сознательном возрасте, я имею. Сознательно? Не, в сознательном застало очень-очень мало, ну, то есть... Ну, там максимум 91-й, 90-й, когда он развалился, мне было 7 лет. Охренеть. Развалился он в 91-м году. Да-да-да, все считаем. Так математики... Математик среди наших рядов нету, поэтому зрители, дорогие зрители, у нас где-то есть сом в чате. Да старая, да старая, господи, успокойся. Боже, да у меня везде висит, сколько мне лет. Везде? А что ты не скажешь так цифру вслух? Не, ну погоди, что значит не скажешь, что цифру вслух? Интрига, интрига-то должна быть. Слушай, возьми калькулятор, фикс уже, ёлки-палки. Не-не, ну да с калькулятором мне неинтересно, ты чё? В школе, что ли? Нет. Нет. С покерфейсами так просто. Тяжёлое детство. Есть немножечко. Ну, в общем, не важно. Хорошо, что Советского Союза нет. Поверьте мне, я-то помню. Ты всё помнишь! Дей. Хорошо, хорошо. Господи, я не умею рисовать такие рожи. Что мне с этой рожей сделать? А кто там в чатике что-то написал или что? Кто так ссылочки кидает? Ах, бич, что ты скинул? Дельта Пуканов. Замечательная фамилия, хочу сразу же отметить. А, чат я поправил, все теперь все на месте, все должно быть хорошо. Сейчас все, математики оживились, стали считать. 24, 31, Маша, кто так больше? Я расту на глазах. Казалось бы. Ты прям как акции Apple, так. Что? Как на дрожжах просто. Я услышала что-то плохое про себя. Не послышалось. Нет, все только хорошее. Про Агли можно только хорошее. Погоди, слушай, у нее ружье, она может выстрелить. У меня нет ружья. Ну, она может. Да, ты можешь. Поэтому про нее в принципе плохого ничего говорить. Как про покойника. Что? Обо чем? Я серьезно, я буквально на секундочку отключилась из вашего разговора, а дальше почему-то ружье покойники и нельзя это к кому-то. Ружье покойники. Да-да-да, ты на правильном пути. Все логично, понимаешь, ружье покойники, Агли, ружье покойники. Маша, ты ж не такая старая. Я оп. Слушай, да она в самом соку. Да нет, ну про покойников я не понимаю. Тут еще в чате пытается найти ее возраст. Господи, найти. Просчитайте. Найдите мой возраст. Я потеряла его в 15. Ты возраст потеряла в 15? Беда-то какая, господи! Что? А, вот, что, а? Так, блин, заговорили вы меня, господи, все никак нарисовать ничего. Я вообще не понимаю, что я рисую из-за того. Я могу либо разговаривать, либо рисовать. И это очень... Вот, да, да, Агли, вот просто бруфист. Дыщ. Дыщ. Просто, да. Если бы у меня была вебка, я бы сделала вебку, но... Это может просто долбануть свой ноутбук. Я мог вот так сделать, типа... И нет, озвучь, скажи, скдыщ. Скдыщ. Вот тут в углу у меня бруфист, короче, как только... Можем брофиститься в любую секунду. Брофиститься, господи, слушай, звучит как фетиш какой-то, честное слово. Я прочитала слишком много фанфиков, чтобы такое нормально реагировать на такое. Да-да-да-да-да, все так. Пикс, рисуй, тебя тут повели... Да, все. В чате. Yes, sir, yes, sir. Вот в прошлый раз меня вот так ли подбивал, но ввиду того, что она сейчас сама тоже немножечко увлеклась разговором. Такая подбитая слегка. Да, подбитая слегка, поэтому да.
хочет королева. Ну ладно. Я цель. Слушай, прям джаз такой получается. Может, какую-то музычку включим, а? А так уже идет. Давайте споем. Давайте, скоро муж. Вот? Че? Скоро муж. Скоромуж. Скоромуж, это значит существо такое. Скоромуж. Такое, знаешь, насекомое. Я тоже думала, что это насекомое. Оказалось, что нет. Так скоро муж, это ж вроде про мужика или нет? Так нет, это про насекомое. Ты что? У меня стандартная ситуация, я или нихуя не понимаю, или ничего не понимаю. Нормально. Спасибо, что успокоил, да? Я рядом. Тихо. Несите таблеточку. Все хорошо. Вот твои медикаменты. Вот шприц. Это мы очень классно как-то читали сказки с Машей. Не, действительно, реальные сказки, это не какая-то метафора, ничего, это просто реально, мы читали французские сказки, там такой пиздец. Французские сказки? Там не только французские, там французские народные сказки. Ого, слушайте, расскажите, что там вообще, там есть что-нибудь интересное? Нет, просто мы как-то, знаешь, это из разряда, когда ты прочитал, ты понял, что это просто полный звездец, но когда ты начинаешь вспоминать, что же там было написано, тебе как амнезия, ты не можешь четко вспомнить, просто было какое-то... Да, видимо, мозг защищает тебя от воспоминаний, чтобы что-то не случилось. Или знаешь, так это мозг просто затирает все негативные воспоминания, чтобы это сказать, да. Тут Лагли спрашивает, есть у тебя семья. Да, мам-папа есть. Ты сиротинушка, а мам-папа есть. Мам-папа-сестра у меня есть. Тысячу лет уже не слышал. Да ладно, даже бабушки-дедушки, слушай, счастливый ты человек, а? Для человека, который родился еще в Советском Союзе. В Советском Союзе. Блин, с таким стримом моя рука станет контролируема только спустя час после конца. Я не знаю, что ты имел в виду, но это очень странно. Оу, нет, да, нет. Не делайте руками всякого такого во время стрима, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй. Если вы не рисуете, конечно. Если рисуете, то рисуйте. Должна это знать. Можно делать всякое руками во время рисования. Да. Ок. Это вот, я помню, вот Бладморан как раз к нам в редакцию заскочила, и такая, вы что-то вы рисуете, а чё, вот вы не рисуете, вы что-то дрочите себе, чё вообще? Такая, самую, знаешь, прям правду матку прям так. Ты так говорила? Не очень. Да, я всё помню. Каждое твое слово. Этого не забудут. Я это вообще не забуду. Я очень странно залетела к ним в редакцию. Поорала, покричала, пооблизывала, поцеловала всех, потом раз, так оно выбежала, раз и выбежала. На самом деле, вот сейчас вот все, что она сейчас сказала, она не приврала ни на слово. Думаешь, я не знаю? Ты думаешь, она только в редакцию так летает? Мы с ней жили вместе. Год. Да, мы просто жили с ней вместе. Просто жили. Да, мы с соседями были, да. Значит, не у... Окей, хорошо. Фиг звук был. Сорь. Вот, Отлично. Поэтому она знает, что такое бывает, когда я прибегаю, говорю, Олег, все пропало. А такое мне бывает очень часто. И когда мне не хватает Маши, я ей звоню и говорю об этом. Смысле... Не, ну слушай, на самом деле, вот серьезно, я вас слушаю, мне кажется, что вы очень родственная душа. Вот прям вот я прям чувствую то, что у вас прям красная ниточка такая, прям через скайп чувствую, понимаешь? Красная вижу эту красную ниточку. Слушай, а ты там по карту, там по фотографии не можешь ничего сделать? Вырву зубы по фотографии. Народная это, наверное, следующий мой левел. Я не знаю, когда вот левел-ап произойдет, тогда, может быть, смогу. Пока тебе говорят, что твой смех никогда не забудут, если что. Если тебе не предлагали быть дублером Джокера? Джокера? Нет. Слушай, Джокера на Комик-Коне. Да, кстати говоря, и правда, да. Вот Юка предполагает, что на Комик-Коне... нет, а похож? Где скачать Пикс, смех Пикса без смс-регистрации? Я так поняла, фильмы ты определенно будешь озвучивать.
Я на самом деле очень надеюсь, то, что мне вот Арсенинг, в смысле, давным-давно еще предложил озвучивать трейлер для его проекта. Я все жду такой, так, скоро буду озвучивать, скоро буду это. Но проект все длится, как любой авторский проект, который любой художник задумывает, он все пилится. Может быть, ты в майоре гробишь что-нибудь озвучишь? Кстати говоря, между прочим, была идея озвучивать... Просто серьезно, я такой сижу в редакции, так, там ребята обсуждают видеоролики, которые готовятся для старта разных арок для комиксов наших, соответственно. Начинается там арочка, допустим, да, и делается там какой-нибудь видосик, очень клевый такой, со взрывами, там, эффектами, со всем таким прочим. И такие думают, нам нужна озвучка, актера так не хочется звать. А погодите, а у нас же есть это. А секундочку, тут кто-то есть, я знаю. Да, тут же кто-то есть. Пусть Пиксмил, собственно, и озвучит. Я такой, что, кто? Что вы там рисуете? Это надо мне тоже посмотреть. Это что ты там много разговариваешь, а я не вижу, что ты рисуешь. Ой, я сейчас пока вообще практически ничего не рисую, поэтому я сейчас все бла-бла-бла-бла-бла и... Так. Только пока вхожу в раш. Вы уже там все нарисовали уже 3 раза. Да, да, я рисую дяденьку. Клёво. Кстати говоря, Агли, а кого ты рисуешь? Я рисую воробушка. Чирика. Чирика. Отлично. Я просто не знала, что рисовать, а у меня как раз сегодня он в голове, поэтому я решила, что я начну с него, а там посмотрим. Воробушек в голове. Воробушки в голове. Так и живем. Отлично. Блади, а у тебя что, из Gravity Falls? Не-не-не, это Грег из «По ту сторону изгороди». Мультик такой просто, как бы я давно хотела его нарисовать, и как-то все нет и нет. А в принципе сейчас как-то... В общем, хреново. Понятно. Слушай, а мне вот интересно, это случаем не тот мультик, который от авторов Adventure Time, и там еще главный герой в колпаке красном? Да. А вот, кстати говоря, а это, советуете, не советуете? Да, стоит? Очень. Да. Очень прикольный, да. Хорошо. Очень клевый, и как бы и концовка такая интересная. Где он даже и закончен. Там немного серий, там они по 10 минут или по 15, да, но очень клевые именно в плане того, что как бы каждая серия это отдельный сюжет, но как бы там просматривается общая линия, и вот как-то, ну, не знаю, мне очень понравилось, я когда ездила в Питер в прошлый раз, не этим летом, а когда была первый раз зимой, мы там с ребятами смотрели его, очень клево, так понравилось, серьезно. Я вот пытаюсь его Маше, типа, прорекламировать. Но она не рекламируется, да? Не, почему? Я услышала. Главное мне не спойлерить, а то... Просто Влад так рекламирует, а начинает, такой классный сериал, короче, там вот так, а в конце очень прикольно. Я говорю, ты собираешься мне все рассказать, или, может быть, я посмотрю все-таки. Да, убийца дворецкий. Да. Саму суть. Вот, ну, я говорю, Влад Моран прям сразу, вот она прям саму суть так... Слушай, Блади, для меня на самом деле очень большое удивление. Это, получается, был вот тогда, когда мы с тобой увиделись, да, в Питере, это был второй твой визит, да? Да, это был мой второй раз. То есть, как бы первый раз у меня был на Новый год, я поехала в Питер в этот раз. То есть, как бы мы с ребятами просто встретились, там это так как на Новый год мало народа было. То есть, как бы мы так просто очень лампово, маленьким кругом ограниченных людей встретились. Между собой. Да, ну а потом я решила поехать летом, как-то чтобы помассивнее, чаще я в Москву заехала, то есть как бы. Слушай, ну у тебя вообще там прям путешествие было, я насколько понял, ты махнула в Питер, потом в Москву, потом снова в Питер, или какая там у тебя вообще? Перед этим мы, получается, жили с Машей на даче в Киеве, жили все лето, потом, получается, я из Киева еду в Запорожье, в Запорожье еду на море на один день, из моря я из Бердянска, я, получается, возвращаюсь обратно в Запорожье, потом в Киев, из Киева во Львов, из Львова я еду опять в Киев, из Киева я еду в Питер. Из Питера в Москву, из Москвы в Питер, из Питера в Киев. Слушай, где-то на середине вот этого всего перечисления мой мозг просто-напросто выключился. Ну ты прям путешественница, прям честное слово. Jesus Christ. Какие у тебя вообще впечатления остались после такого прям кругосветного практически путешествия? Да, все нормально, все хорошо, прикольные ребята. Мне Питер понравился. Но мне Питер больше нравится, чем Москва. Москва, когда я там в метро просто, мне случается синий экран смерти, я так... Это правда. Вот на самом деле, вот как только я вот спустился в метро Питера, я в него влюбился, там так мало людей, там так мало всего, там такие маленькие вот эти... Все, знаешь, такое компактное, все такое аккуратное, все такое понятное вдобавок, если там вот эти указатели. Тогда и киевское метро будет то же самое, то есть как бы там вообще меньше веток, чем...
метро. Да, да, да. Чем в Питере, там всего лишь три ветки, то же самое в Харькове, и там очень спокойно ты ходишь, там получается каждая отдельная станция, какая-то, ну, свое оформление. Ну, то есть киевская метрополитен вообще очень красивая, то есть как бы там стоит поездить, посмотреть, просто попырить. Ну, я, насколько понимаю, ты сейчас так предлагаешь, приглашаешь в свой город, да? Да, ну, как бы просто фигня в том, что обычно, когда я чем-то мне рассказываю, что мне нравится, в основном это будет так, как бы, а не хотите поговорить о господине нашем Посейдоне? Потому что я вот когда приехала, я же за Львова приехала, то есть я первый раз в нем была, и я там тоже так по нем рассказывала, что ребята захотели поехать. Так, приезжайте, там очень красиво, там очень вкусно кормят, типа, там все остальное. В основном, типа, еда, очень везде интересного кладбища. То есть, как бы такое. Ну, там. Слушай, круто. Да, ну, то есть, если что, приезжайте во Львов. Там очень... Так и да. Ты можешь и нас встретить, и можешь... Да, но если бы... Можно всем вместе собраться во Львове и погулять. Отлично, давайте, слушай, отлично. Пару-тройку тихов. Да, то есть как бы такое... Да, я живу в Запорожье. Если что, там типа вопрос, типа Запорожье спрашивают. Тут Дельта Пуканов спрашивает. Дельта Пуканов? Я говорю, совершенно потрясающая фамилия, просто потрясающая. Юка, а что он спрашивает? Спрашивает у всех, думали ли мы когда-нибудь о том, что добьемся такого успеха в своем творчестве? Вопрос, какого успеха? Да, успех, что, где? Добьемся? Добьемся? Вот без этого вот, да? Ладно, Юка добилась, а мы нет. Чё? Это кто был? А кто-то говорил, я думаю, это Юка. Кто была разговаривает, я думаю, это она. Ну, нет, погоди, Влад у нас Торша, скажи что-нибудь. Я, да. Так, это ты тихо разговариваешь. Юка, скажи что-нибудь. Это я, да. А, вот, да, ну, все понятно, теперь я вас различаю. Не, ну то есть... Как отличить Торшу с Эми. Да, ну знаешь, я тебя в реальности не видела. Вот, допустим, Пикса видели, хотя его с женским голосом... Пикса тяжело у нас не узнать среди нас вообще. Эй-эй-эй! Да, это вот преимущество как раз. Эй-эй-эй! Молодец. Да. Тем не менее, вопрос, он ждет вас. Ждет. Что мы думали, что мы добьемся такого успеха? Да. Влад, думала ли ты, что ты добьешься такого успеха? Я вообще не думала, что я рисовать буду. Я сначала начал заниматься этим. Ну, господи, я начала заниматься этим просто потому, что мне хотелось освоить планшет. Графически, и все. Я вообще не считаю, что я добилась какого-то успеха пока что. Погоди. То бишь, у тебя появился в начале планшет, и только потом ты подумала, а давай-ка, что он пылится, давай-ка я буду его использовать по назначению, и начала рисовать. Так что? Нет, я начала рисовать. Ну смотри, фигня в том, что история моя с рисованием связана с тем, что я в детстве не любила рисовать. Я не хотела рисовать, я хотела заниматься борьбой и... Карате! Ну, типа того, да, то есть, как бы, но мне сказали... Слушай, а ты, кстати говоря, умеешь, не умеешь? Потому что, мне кажется, ты очень такая боевая, такая девчина, такая, хоть... Нет, ты так в рыло можешь дать, если что. Учитывая мой характер, слава богу, что не умею. И без карате справляемся. Да-да, мне кажется, да, потому что без карате она тоже так в рыло, так... Ну, и вообще не в рыло, обычно какие-то подручные предметы кидаю, ну, ладно. В общем, я не хотела рисовать, потом мне сказали, типа, в детском садике, что, типа, о, она будет, смотри, она хорошо нарисовала зеленый Запорожец, пускай будет тоже, ну, то есть, как у нас там задание было, нарисовать, этот злосчастный зеленый Запорожец, до сих пор мне кажется, типа, как бы... Ты уж погоди, зеленый Запорожец прямо определил всю твою творческую кредо в дальнейшем. Да, мне сказали, типа, ну, надо нарисовать, типа, как вы отдыхали всей семьей летом. У нас даже Запорожца не было, но почему-то я его нарисовала. Вот, как бы, и вот я нарисовала, мне сказали, типа, да, ваш, типа, ребенок хорошо рисует, да, дайте его, типа, на рисование. Ну, и отдали, первые, там, несколько лет я не любила рисовать, это было через... Не хочу, не буду, а потом в какой-то момент это стало настолько именно автоматически, что, как бы, я даже не могла представить, что можно заниматься чем-то другим. Но я никогда не думала, что я буду заниматься, ну, в работе, связанной что-то с рисованием. Это потом только начало оно как-то вылазить именно в плане того, что, типа, вот, а не хотите ли вы порисовать? Окей. Я там на свой первый планшет накопила денег, когда пошла на первую работу. Это было очень рано, но очень интересно. В общем, так... Слушай, а вот если вот не секрет, да, а вот с какого примерно возраста вот ты вот начала вот постигать CG? Ну, в смысле цифровую вот эту всю штуку. Ну, когда я купила себе планшет, это, наверное, лет 18. У меня только планшет появился. До этого я рисовала обычно на бумаге, то есть обычно натюрморты там и прочие хуету, которые говорят нарисовать именно там, в школах, академиях и прочее. В общем, я таким занималась, а потом как бы просто мне нравилось, я когда смотрела, как люди делают, когда люди рисуют, не глядя на туда, куда они рисуют, именно, то есть как бы на монитор просто, как бы, то есть рука отдельно, а глаза отдельно, это было очень, не знаю, для меня это было очень прикольно. Я решила, что тоже так хочу попробовать что-нибудь поделать.
Ну вот, как-то... Хорошо тебе. Да. Я когда первый раз попробовала планшет, я подумала, что я никогда в жизни за эту фигню опять не сяду. Никогда. Не сложилось, просто да? Не сложилось. Вот реально, я пошла к другу в гости, он показал мне этот планшет. Я думаю, кто же все эти люди, которые рисуют вот этот digital art? Что это такое вообще? Как это у них получается? И, в общем, попробовала я планшет и сказала, что нет, это шайтайн-машина не для меня. Слушай, а как так получилось, что ты все-таки к этой шайтайн-машине все-таки пришла? А вот хрен его знает. Все, вспомнила. Я, короче, подсела на аниме. Вот, и мне... Ну, и конечно. Мне показали, что такое фан-арт, что можно рисовать фан-арт. Я очень сильно прониклась, и я думаю, блин, я же вроде когда-то умела рисовать. Ну так, чуть-чуть. Думаю, наверное, надо попробовать и самой порисовать фан-арт. И так она отпустилась в пучину Гамаевой. Да! А еще нету. С этих пор. Да, как-то так. Да, фан-арт. В сути, за фан-арт. А это, соответственно, какой примерно, вот опять же, вот возраст был? Просто чтобы ощутить, вот кто когда влился вот в эту вот струю цифрового творчества. Струя, хорошее название, если мог. Струю, тугую дружную струю. Да. Кошмар, как прозвучал. Я извиняюсь. Фу, Маша. Маша, ну как же. Мне было, по-моему, 22. Как-то так. До того, как взяться за диджитал арт, я работала в клубе. Я уже об этом писала. Ну, в клубах танцевала. Жопа трясла. Погоди. Слушай, ты сейчас, блин, не знаю, разогреваешь его фантазию по самое не получишь. Да, именно, понимаешь, у меня просто, она уже разогрета просто по самое это. Я вот, опять же, я повторюсь, да, я знаю про рисовательное творчество, да, как бы это криво сейчас не звучало у Агли. Я знаю про музыкальное творчество у Агли, но я не знал, что она была еще и танцовщицей. Да, я даже, по-моему, выкладывала фоточки на дневнике. И на Аске недавно, когда был вопрос, типа, удиви свои фотографии, там две жопы, одна из них Машина. Да. Это была отлично. Я правда не знаю, какая именно, но тем не менее обе очень прям. Ну это вот из клуба фото, ну то есть из гримерки. Это с тех времен, да? Ну да, это где-то вот 20-21, так. Было время. Слушай, а как вообще сейчас с нежностью в сердце вспоминаешь вот то вот время? Или... Как сказать, в принципе, было, конечно, весело, но меня этот график немножко бесил, потому что вечером, ну то есть рабочий день начинается в 9 вечера, заканчивается в 4 утра. То есть, особенно, ну, как бы, основная работа на выходных, потому что все-таки клубы, там казино, всякое такое, на выходных люди, типа, шарятся там в основном. Поэтому, когда на выходные все друзья собирались гулять, мы как раз собирались на работу. А когда все друзья как бы работали, мы спали. У нас были нестыковки. Полное несовпадение. Господи, докиньте этим людям уже, где можно посмотреть работу Агли. Они уже очень много раз повторяют это. Вот, кстати говоря, да, мне вот тоже сегодня задали вопрос, Филсуду, а кто такая Агли вообще? Вот некоторые из наших задали. И я такой смотрю, блин, и что же кидать? Девиант не обновлялся вроде давно, насколько я понял. Ну, по крайней мере, там далеко не все картинки, которые я видел. С Инктября он не обновлялся. Как только начался Инктябрь, я туда Инктябрь не заливала. Во, понял. А смотрю Твиттер, там вроде вот у тебя вот все новое, и ты прям туда вот все выкладываешь. Тумблер можно, на Тумблере всегда. Тумблер, да? Так подожди, у тебя еще в Инстаграме. В Инстаграме у меня только диджитала нету в основном. Там какие-то куски. А мне же в основном диджитал. Это я так что-то Инктябрь начала рисовать. Торш, ты сможешь скинуть линки на Англича? Что еще раз? На линки на Англича можешь скинуть? Ну, я ссылки. Сейчас я кину в скайпик. Окей. Тумблер. Окей. Тумблер, гел. Так, а Пикс, а чем ты занимался? Ну, вот. Еще до рисования, допустим. Или ты все время... До рисования. До того, как стать... Слушай, на самом деле, вот этот период до рисования у меня в памяти очень-очень расплывчатый, потому что я рисую, в принципе, всю жизнь, с самого детства, мне это занятие всегда нравилось. Единственный момент, когда я не рисовал, была вот такая пауза в несколько лет, когда я вообще ничего не рисовал. Это где-то в старших классах школы. Ну, я тогда, собственно, учился в школе, слушал металлическую музыку и занимался всем тем, чем занимаюсь обычно. Да, когда у тебя были длинные волосы? Естественно, конечно. Куда же без этого? Вот, и
После этого я снова вернулся, собственно, к творчеству, да, начал рисовать, поступил в институт, начал обучаться всему этому ремеслу, всему этому мастерству, если можно так выразиться, вот. Ну и получилось, что получилось вот сегодня, что мы вот имеем. Вот как-то так, наверное. Угу. Прикольно. Там кто-то жалуется, что от нашего говора у них голова болит. Ну не слушай. Ну и не слушай, господи, Бога. Выключи звук. Вот, кстати говоря, да, вот, ребяточки, зрители, вот скажите, пожалуйста, вот как со звуком сегодня вот у нас вот дела обстоят? Потому что я, мы вот сейчас вот стартовали, да, ничего не спросили, как нас слышно, хорошо, плохо, кого-нибудь погромче, кого-нибудь потише сделать, может быть? Может быть, музыку погромче или, наоборот, тоже потише? Вот отпишитесь, пожалуйста, как там у нас со звуком сейчас ситуация? Так, подождите, а Юка? Что? Чем ты занималась? Когда? Или тебя этот вопрос? Чем ты занималась этим летом? Да. Вот до рисования, вот чем ты занималась? Да я не знаю, все время рисовала какую-нибудь ерунду. Ну, блин, люди. Тебе тоже. Все рисуют. Я единственное, что могу четко разделить рисование просто так, без какой-либо цели, потому что, ну, рисуется и уже осмысленное рисование всякого аниме, когда у меня появилась цель научиться что-то делать. Это было где-то в 2007-2008 году. Даже 6-7 год. Вот, когда я познакомилась с аниме и поняла, что я не могу изобразить аниме так же, как оно выглядит, и что мне надо учиться для этого. Это, вот, да, та же фигня. Боль, да, обычно, особенно когда ты, ну, все начинается с фанартов, ты начинаешь рисовать, особенно ты видишь, что люди тоже рисуют, и тебе хочется тоже какую-то свою идею как-то выразить, и все. И считаешь, что начинаешь рисовать постоянно. Потом, когда начинаешь открывать для себя всякий мир разных там аушек, вариантов, гендеры-бендеры всякие, то есть все. Можно считать, и что... все, и покатилось. Ну, можно считать, что ты пропал. В чате просят музыку потише. У нас музыка есть. Музыка есть. Да, у нас есть музыка. Сейчас сделаем потише. Музыка только для избранных. Да. А мы как мелкие неудачники ее рисуем в тишине. Не, кстати говоря, вы можете тоже... В тишине это относительное вообще понятие. Не то чтобы у нас тишина, знаете ли. Ну, знаете ли. Смотри меня. Не, серьезно, вы можете запустить музыку, а если она у вас не через колонки будет, то будет, ну и, соответственно, не будет просачиваться в общий аудиоряд нашего стрима, то все норм, можете. И как ее включить, то есть? Ну, то есть через наушники, я не знаю. А, у себя что-то включить? Я думала, может быть, да, я думала, да, то, да, что на стриме идет. Не-не-не-не, вот именно вот у себя. Ну, для настроения, для настроя, все. У меня если будет музыка, я не буду слышать, что говорят вообще. Да, тут еще надо будет, наверное, слушать. Я и так еле-еле, да, я тоже держу нить разговора, когда начинаю рисовать, я начинаю теряться вообще совсем. Понимаю, то же самое. Я вот тоже сейчас в наушниках сижу, вот у меня параллельно музыка вот эта вот играет, она что-то дын-дын-дын-дын-дын-дын, и пытаюсь разобрать, соответственно, ваши голоса здесь вот тоже как-то. Что ты такое слушаешь? Шоу Бенихина, что ли, или что? Отлично. Слушай, вот, кстати говоря, вот сейчас вот я вспомнил разговор давнейший с Торшиком, вот Торшик сейчас, наверное, подтвердит, по поводу музыкальной деятельности по скайпу. Ввиду того, что там происходит несовпадение по таймингу, невозможно совершенно играть что-то музыкальное, ну, чтобы оно совпадало прям ритм в ритм, именно вот по скайпу, это совершенно просто impossible. Да я просто сейчас вот ощутил то, что мы с тобой сейчас прям совсем не совпали вообще по всему этому делу. А, понятно. Прям как-то так. Всё так. Ой. Кто здесь? Слишком много слов в минуту. Кто? Где? Ну, где-то в чатике. Ой, я уже пропустила. А потом гавоебли, и все пропал. Я выбираю, как-то выборочно смотрю и комментарий. Так, ёбушки ты. Так, ага. Ага, тут, оказывается, дальше были эти. Так, тихо, рано, Костя. А музыка обязательная или нет? Вообще, что у нас там играет?
У нас сейчас играет Джейн Фитц. Я не знаю, я постоянно включаю подкасты «Грани радиошоу», вот, и, соответственно, оттуда там звучит какая-нибудь рандомная музыка. Вот, сейчас вот, наконец-то, я нашел запись, которая... после которой не прилетает предупреждение от Ютуба о нарушении авторском праве и всем таком прочем, вот, поэтому эту запись я каждый стрим включаю с полной уверенностью, что нам ничего за это все дело не прилетит. Ну, поэтому Джейн Фитц нам составляет музыкальный аккомпанемент уже на протяжении нескольких стримов. Фига себе, что-то как-то... прилетает обычно? Да, 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 не, серьезно, вот, если подкасты там, допустим, с полубесплатной музыкой, ну, там разные разновидности авторского права есть, да, и на разные подкасты разные такие вот предупреждения прилетают, там, типа, вот это вот, допустим, песня, там, причем, знаешь, самое обидное, сами стримы, они идут, как правило, по 4 часа, да, а претензии идут со стороны Ютуба на какой-нибудь отрезок в минуту или, может быть, в 2 минуты из этих 4 часов, вот где звучит там какая-нибудь вожделенная, да, композиция. Вот из-за этой композиции там прилетает там плеуха, то, что, мол, так и сяк, чувак, эта композиция защищена авторским правом, ты не имеешь права использовать это в своем видео, поэтому... И вообще ты мудак называют. Да, и вообще ты мудак, да, и поэтому твое видео мы ограничиваем по всему миру и все такое прочее, никто его не сможет смотреть. И ты такой, окей, все, что ты можешь сделать. Ну ладно. Да, ну ладно. Шоколадно. Вот, кстати говоря, мне вот всегда был вот интересен вот этот момент, но я не смог его спросить тет-а-тет, да, когда был в Питере. Блад, вот скажи. И поэтому ты решил спросить в конфе, когда слышат многие люди, потому что, ну, спросить сам на сам нельзя, а вот когда же все слышали, это да, ну. Конечно, это же интересно. Вот как ты относишься к творчеству Эдди Мёрфи? Да. Вот так внезапно так. Нормально. Какие-то протест какой-то должен быть против него, я сейчас не поняла. Да, мне просто вот интересно на самом деле. Ну его вроде Маша любит очень. Стендапы и все такое там, все прочее. Не, я просто делала то, что он с Анджелайном хорошо шпарит там. То есть как бы, ну, я этим восхищаюсь издалека, но как бы сама нет. То есть, как бы, да, это мне больше нравится, когда там цветом как-то делаешь что-то охрененно. А вы о ком сейчас вообще? Эдди Мёрфи же, Эдди Мёрфи. Эдди Мёрфи? Да-да-да. Стендап? Да-да-да. А я думаю, да. Мёрфи, я вспоминаю какого-то не человека. Шон Гордон Мёрфи. Не, не Шон Гордон Мёрфи. Вот, я спрошу... Не-не-не, а я думаю, что ты мне про цвет всё заливаешь? Вот, а я тут, блин, как а какой-то... я тут спрошу... Да, я как-то Шон Гордон Мёрфи и что-то как-то переклинила. Вот это я дико. Не-не-не-не-не-не. Эдди Мёрфи. Эдди, чёрный котов. Нормально, мы любим Эдди Мёрфи. Первый. Да, это ты мне показала его стендап, там, где он в синем костюме блестящем. И в красном. И ну там, где у него красивая жопа, помнишь, ты показывал? Да, да. Вот это типа... Нет, он просто на этом акцентировал. Просто мне нравится вот это избирательное, вот это, знаешь, вот то, что он запомнил. Нет, он там просто говорил про то, что у него жопа красивая, он сам это акцентировал внимание. Типа, говорит, посмотрите, какой у меня костюм, типа. Я уверен, что, типа, все женщины сейчас обращают внимание, да, и часть мужчин, типа, да, вот, смотри. И женщины такие смотрят, такие, да, да. Да, да, но они. Вот это я лось, блин, перепутала художника и черного негра. Так это белого Эдди Мёрфи, да? Белого Мёрфи, точнее, и черного Мёрфи. Как же да, молодец. Сейчас пойду взгреваться тогда. А почему ты не мог спросить мне тет-а-тет? Да, я забыл, понимаешь. Ты понимаешь, просто вот когда вот сидишь, просто вот думаешь, что тысяча тем, о которых можно расспросить, которые можно вспомнить, и не о всех вспоминаешь как бы вовремя, да? И вот сейчас вот я что-то внезапно вспомнил про Эдди Мёрфи, и, ну и решил сразу так это рубануть с плеча, так хоть, и спросить сразу. Ну, слышал стоп-словом фуфу. Да. И понял, что мы знакомы. А, то самое. Да, типа ты, это фуфу, это как раз оттуда идет. Я с аккуратностью буду его использовать. Не, ну а ты помнишь, про как там использовался мфуфу? Там даже там просто момент был, типа, про бабу красивую, которая африканка, типа. Поеду в Африку, найду себе жену, которая... Жопа! Бам! А, да-да-да! Бам! Типа, да, и типа, и буду звать ее мфуфу. Да-да-да, будет она тут голой жопой на земле. Да-да-да-да-да! Ты вчера сидела с голой жопой на земле. Какая половина. Половина. О, да, эта половина у нас потом, блин, мелькала в разговорах, наверное, да до сих пор мелькает. Да, до сих пор половина это... Половина! Это половина. Это да, это такой своеобразный мем, я бы даже сказал. Да, причем он, блин, такой проверенный временем мем. Угу. Он, понимаешь, он жизненный, он актуальный. Половина. Да, в той или иной степени. Половина.
так нравится, когда кто-то произносит какое-то смешное слово, все хотят его повторить. И не повторить, и каждый раз оно все смешнее и смешнее. Это правда, это правда. И причем, знаешь, вот как только ты ощущаешь, что все сразу начинают повторять, ты сразу думаешь, да, все, это было правильно сказано. Да, сейчас я сейчас там черт повторю. А вот я сейчас добью всех. Сейчас я своей половиной всех добью. Открыл стрим и слышу, у нее красивая жопа, помнишь, ты показывала? Это в чате. Вот это я понимаю интрига. Вот это я понимаю. Что у нас еще? Я не могу рисовать такой обстановку. Ай, ты, господи, творческая личность прям такая. Нет. Не может она рисовать. Ага, нет. How about no? Либо говорю, либо рисую. Лучше, наверное, я буду рисовать. Сложно ли переключаться между двумя мониторами во время работы? Нет. Сложно не переключаться. Исчерпывающе. Я плюсую, кстати говоря, плюсую к ответу, то, что невозможно не переключаться, потому что, правда, очень, очень полезная штука, и оно очень дополняет творческий процесс. Оно полезное. За последние 5 минут слово «жопа» повторялось больше, чем за все стримы ФСД. Ну, блин, простите. Я предупреждала. Да. I will not responsible for your injuries. Отлично. В принципе, она у всех есть, поэтому тут стесняться нечего. Да, скажешь так, жопа есть, а слова нет. Да. Арс пишет, слишком весело. Слишком много веселья. Зря. Так все ангст, должен быть ангст. I had fun once. А сейчас так явно видно, кто интроверт, а кто экстраверт. Маша вообще-то интроверт, как она сама говорит. Я экстраверт, я интроверт. Я говорю, что ты интроверт. А, да? Я просто не слушаю тебя. Прости. Дружно вспоминаем комикс Виталия. Про Виталия. Про... Ты интроверт? Да, я помню. Так как я и так уже превысила лимит, повторяю слово «жопа» и прочее, я не буду говорить. Я повторю его еще раз. Да. Да. Помирать так с музыкой. Да, кстати, там Пикс тебя благодарят за МГС в очередной раз. Да тебя за что благодарят, Пир? Пирс. Пикс. Пирс. Пикс броснул. Так, я снова с вами. Пикс, тебя благодарят за МГС. Окей. Вам спасибо за реквесты. О, Пикс! А ты можешь лучше Хан Соло нарисовать, а? Хан Соло? Да. Так, погоди, мальчик с лягушечкой, он... Не надо. Нарисуй лучше Хана Сока. Сока. Окей. На лягушечке? На лягушечке. На волосатой такой лягушечке. На волосатой лягушечке. Хорошо. Слушай, господи, я не могу поверить, я пишу рядом со Снейком, это вот серьезно такой персонаж из игры, вот надпись «Хан Соло на волосатой лягушечке». Я прям вот пишу это и не могу поверить во всю сюрреалистичность ситуации просто. Он доформит, как будто он это думает. Да. Там внезапные мысли. Вот сижу и думаю о Хан Соло на волосатой лягушке. Собственно, да, почему бы и нет? И надо хтывы нарисовать там. Да. Как это? Как будет хтывы на русском? Кто-кто? Хтывы ленивец. Это... Блин, как же не слабострастный ленивец, а что? Господи, слабострастный, господи. Слабострастный. Господи, что это вообще? Так, это как же... Ну и похер. Я потом вспомню, скажу. Кто такой Леди Бага, а? Там нужен Сомик в чате для того, чтобы он пояснил. Пикс, нарисуй котика из Леди Бага. Ага, Леди Бага! Все, понял. Леди Гага. Котик? Я тоже думал, что за Леди Гага. Ну, извините, с моей лекцией проблемы, блин. А, окей, котик так котик. Хорошо, будет котик. Это кто реквест такой сделал? Сомик. Сомик будет котик.
Сомик котик. Сомик будет котик. Сомик и так котик. Вот именно я только хотел сказать. У нее все есть, у нее все хорошо. Ты проверял? Че? Наверное. У нее все будет, у нее все есть, у нее все хорошо. А, в этом плане, о, господи. Котов Пикс точно проверял. Да, котов, да. Это проверенное. Слушайте, реально, наверное, что-то с дикцией. Некоторые слышат «Леди Баба», другие «Леди Гага». Ёлки-палки, «Леди Бага». Да-да-да, я поэтому и подумал, что какая «Леди Гага», господи. Дурная, что ли? Я, а что, хороший реквест «Леди Гага»? Ну да, почему бы и нет. Да, «Леди Гага». Ой, кто-то смотрел последний, короче, последний сезон «Американской истории ужасов»? Нет, не спойлери, пожалуйста. Я не смотрела! Советуюсь, не советуюсь, кстати. Я не знаю, не смотрела. Вообще не смотрел? Ну, вот просто вообще? Нет. И даже первый сезон или что? Нет, последний сезон там идет, как бы там же Леди Гага снимает. Он только начался последний. А вообще, в принципе, как бы советуюсь вот «Американскую историю ужасов»? Потому что я вообще ни одного сезона не смотрел, ни одной серии. Хороший, окей. Красивый? Мне последний, там, где про цирк, не понравился. А мне все понравилось. Не знаю. Тебе ж там нравится. Да, мне ж там нравится. Я вчера русский рэп слушал. И мне показывало, зачем? Слушай, ты же «Кровосток» слушаешь. Агли, скажи мне, пожалуйста. Нет. «Кровосток»? Почему нет? Сейчас ты только обо мне думаешь. Нет. Я такого не ем. А что ты будешь делать? Не спрашивай, пожалуйста, больше таким голосом ничего. Я тебя умоляю. Окей. В чате в стриме спрашивают, будет ли сегодня стрим. Действительно. Ай, молодец. Может, я что-то не понимаю. Может быть, ему стоит в текстовой форме написать, чтобы, чувак, обнови страницу и все. Будет ли сегодня стрим? А, это спрашивает Арс конкретно, будет ли стрим у него. А-а. Сорян. Я уже подумала, что это какой-то очень тонкий вброс. Я тоже так думаю. Пытаюсь понять, но не получается. Ну как же, Торш, ты же мастер тонких вопросов. Я? Да. У меня есть паблик, посвященный мемам. Ты говоришь, что я мастер тонких вбросов? Да, я говорю, что ты мастер тонких вбросов. Окей, вбросов любой тонкоты и толщины. О, спасибо, это приятно. У меня знакомство с ФСД первые полгода вызывало зависимость, так что не могу сказать, что меня это радовало. Зависимость от знакомства. Люди страдают от вас. Страдашки. Осторожно, ФСД может вызывать зависимость. Да, но мы надеемся, что все-таки приятную зависимость, поэтому, ребята, зависьте. Пока нас не внесли список запрещенных веществ. Да-да-да-да-да. И наш паблик в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. А вы шутите? Да, они могут, Они все могут. У них фантазия такая. Да, то-то вы шуткуете, а потом, оказывается, будет правда такое. Куда? Мы все вы про жопу. А потом Милана прочитает тот томик, точнее, тот томик Грома. Да-да-да-да-да. Вот, кстати говоря, мне на самом деле интересно, вот у Милона хотя бы немножечко было интересно, что же все-таки это был за комикс, и прочитал ли он, и увидел ли он, в чем, собственно, за комикс. Я сомневаюсь, он, скорее всего, был слишком занят разгонянием, там, не знаю, гей-клубов, там, еще что-нибудь. Педиков и гомиков. Тоже верно. Жопся. Ты ж прикиньте, как классно жить ему, наверное. Такими мозгами охуенно, наверное. Мне кажется, ему очень грустно жить, потому что он всех ненавидит. Я вот слышала его, там какой-то у него был интервью, и там, где он говорил про графический, короче, про дизайнеров, а, и, впрочем, да. То ли мрази, то ли, типа, бесполезных людей, что там было сказано. Чё? Типа, да, я так сидела, what? Как раз очень было интересно, он действительно не падал никуда на голову. Может, он специально. Слушай, а в чем суть? Я пропустил вот этот момент. Это он говорил, то, что дизайнеры — это бесполезная профессия? Ну, типа, да. Короче, какой, там в контексте было как-то очень-очень-очень некрасиво было сказано. Для меня там как-то у него, может, что-то с дизайнерами не сложилось никогда. Как это может быть красиво сказано? Ну, не знаю. Аристократы в уме, я тебя так опустить, что ты аж охренеешь. Скажи, спасибо скажешь. Ну, они явно не аристократы. Что за комикс у Милонова? Комикс с Милоновым. Да, комикс с Милоном, там, где взрывается. Да, в «Майор Громе» там есть
кусочек, там, где Розумовский, по идее, взрывает, ну, не чисто одного Милонова, а весь дом с Милоновым. Да, он там только так это, он хочет сказать фразу «Запрещаю!» и тут все. Да, давай, предлагаю запретить чулки с подвязками. Кстати говоря, если мне память не изменяет, Блад, ты ведь рисовала обложку как раз таки этого номера, или нет? Я не знаю, там везде, там на протяжении... А как он назывался? На протяжении всей арки что-то взрывалось. Постоянно что-то взрывалось. Да, и Блад все время рисовала взрывы. Я помню. Нет. Маша, опять взрыв. Опять стекло летит, что делать? Я не могу динамику, давай что-нибудь придумаем, давай. Эх. Мой пукан полыхает ярче Сириуса. Отлично. Время охренительных историй. Милонов, он как Адольф. Его выгнали из дизайнеров, теперь он не любит геев. Слушай, а это звучит логично. Кстати, да, слушай, все стало на свои места. В этом контексте звучит очень логично. Просто, да, ну, то есть, как бы... Прям вообще. Господи, все рисуют аккуратненько. Нет, посмотри на мой. Нет, посмотри на мой. Не смотрите на мой. Ты смотри там у меня, сам себе смотри. Так что, получается, тут... А, ладно, может. Не. А, что? Что-то глупое хотела сказать? Да. Класс. Моя любимая, да? Я обычно уже говорю, а потом такая, ух, ты же ел уже. Вот, Блад, бруфист просто. Да. Это просто. Каждый вечер ложусь и думаю, господи, что ж я за... Блин, тут нельзя быть упаковать. Что ж я за человек-то такой, а? Сегодня я опять была собой. Айда я, айда молодец. А я сегодня Маше ставила песенку про йети. Ну это так просто, это между словом, всем прочислила, о чем-то говорят. Это же об этом знать. Да. Чё за песенка-то хоть? Там Пётр Налич про йети, который живут и пети. Я просто на самом деле хочу нарисовать это. Воу! То есть, как бы, у меня же сейчас идут дети. Я сейчас просто, на самом деле, я все никак не могу дочистить сканы и повыкладывать их. Я там уже про... Блин, как сказать слово? Профукала уже несколько дней. Вот, сэмщит абсолютно. Слушай, а у тебя, насколько я понимаю, не инктобер, у тебя пенсилтобер, да? Да, ну или скетчтобер, там такое. Там оно у меня стоит такое. Ну, у меня в тегах у меня там стоит как раз скетчтобер и пенсилтобер, по идее. Вот, я не знаю, как это правильно назвать, потому что, как бы, чистым лайном у меня нет, спасибо. Слушай, а у тебя там будут бабулечки? И еще бабулечек, у меня их много, вот будут. Отлично. Сейчас доделаю детей и будет ок. Yes. Да, а то я просто удивился, у тебя там прям сплошняком так идут, вот дети, я такой думаю, так, господи, а где бабулечки? Это Блад вообще? Я смотрю, Бабрик Блада или кого вообще? Ну... Молодец. И бабулечки. Да, и бульбулечки. Фирменный знак. Такой копирайт. Да, мне очень классно, когда кто-то кинул Эрике на фотографию, там сидит 4 бабки и подписали, типа, о, 4-я похожа на Блад Мурон. Я не хочу ничего говорить, но, блин, реально же похоже было. Слушай, ты прямо заинтриговал, покажи. Сейчас, я не знаю, если скриншотов найду, то есть, как бы, это... Господи, Иисусе. Да ёбушки ты. Воробушки, да. Да. Всякие у меня скриншоты. Ей, новая глава сыра. О, сыра из мышеловки, который? Это же Пикс знает. Да. Это... О чем вы? Есть совершенно шикарная корейская манга. Сыр из мышеловки. А, знаю, да, тоже. Мне там нравилась покраска. Там, говорят, очень адекватные главные героини. Да, она прикольненькая. Там же, получается, блин, я могу сейчас найти ее, ссылку на нее. Или не найду. Ладно, лучше сейчас поищу фотографию бабки. Давай. Так, а потом, может быть, найду ссылку на сыр. Я просто до какого-то... Я страдаю. Что там такое у тебя? Чего ты страдаешь? Не знаю. Не получается. Ну, не знаю. Совсем ничего не получается.
Ну ты просто это, отложи, отложи в стороночку, возьми другой реквестик какой-нибудь порисуй. Так я вообще реквестиков не брала, я из... Ах, вот ты какая! Да, а, я ж взяла свой что-то рисовать, думаю, наверное, вот порисую, и мне оно снизойдет на меня. Но что-то оно не снисходит. Сейчас, господи. Надо попробовать. Сейчас пойду ревизию сделаю. Давай. Ревизию чего? Я тут недавно наткнулась, блин, на картинку. Смотрите, как здесь прорисован этот Батя, а я сейчас уже скину ссылочку, потому что он тут, наверное, зависает. Там ткань так прорисована, что аж просто охренеть. О, да. Это божественно. Так, а ты куда скидываешь? Я скидываю наш чат Сай. В скайпе. В скайпе? Сай. В Сай. Сай. А что, чат в Сае, по-моему, было бы удобно вполне себе. Да, сразу все там, и стрим там, и чат там. Да-да-да. И все, все мы там будем. Бочку красиво мой. Так. Ух ты, господи, как великолепно. Да, я там когда смотрела, мне просто, я не знаю, как будто у меня глаза были радугой, но так красиво было. Ну, просто... Причем, знаешь, это такие еще жемчужные, такие прям оттенки, такие прям вот это фиолетовое, розовое, такой прям золотое еще. Вот, вот картинка, я не знаю, тут, ну, сейчас я скину. Тоже вообще чат, тоже как бы... А то я думал, то, что ты сейчас вот кинула ссылочку, я там ожидал уже бабулечек увидеть, а там бас и такая прям красотулечка, я там даже как-то... Да, вот там видишь, красивая бабулька сидит в платье, вот это я, да? Что-то есть, что-то есть. Похоже, похоже. Идите вы все в жопу. Смотри, даже одевается, как ты, Настя. Вот не надо тут, у меня просто ретро-стиль на всех. А, да-да-да. Вот скажи, Блад, вот ты вот носишь очки, помимо солнцезащитных. Слушай, ты наблюдательный очень сильно, да, что ты... Ну, что ты хочешь? Просто если носишь, то так прям вообще 100% прям попадание такое прям получится. Я так по жизни, в принципе. А, я ж, наверное, когда встречала с вами, я была без очков. Ты была в солнцезащитных. Да? Вот, а я поэтому, да-да-да-да-да, я поэтому подумал, что, а носит ли она, собственно, на очки-то обычно? Ношу, могу даже скинуть фотографию, когда я ношу их. Слушай, давай, давай, интересно. Так, где тут у меня фотографии? А тут плохо видно, нет? Да, тут плохо везде видно, поэтому лучше... Вот недавно была где... Лобби. Там ведь очень много забавного тебе попадается во время поиска заветной фотографии. Да, да. Есть интересные моменты. Особенно мне нравится папка фотография со мной. Первая фотография, которая там, где я сижу сверху, верхом на своей сестре. Отлично, назад еще. Что ж нарисовать, а? Что уже мне сделать хорошего? Дэдпула! Дэдпула нарисуй! Дэдпула! Я слышу голос! Тихо! Тихо! Чики-чики, да? Может быть, что-то... Замолчали мы что-то. Низко их тут. Я ищу, что порисовал. Ух ты, какая ты прям в очочках-то, а? Она там про то, там морду, где я типа молодец. Да, на первой фотографии такая, ну и ладно. Это просто в этот момент я портила фотографию Арине. Там Арина, просто, блин, это даже не знаю, это злость на грани восхищения. То есть, как бы человек, который ты фотографируешь, и что бы она ни сделала, она смотрится просто ми-ми-ми-ми-ми. Она такая прекрасная, просто именно фотогеничная до жути. И тут ты стоишь, типа пытаешься что-то, как бы тоже, значит, сейчас я стою. Тут ты! Да. Я когда показала фотографию, это было так: Арина, вот это да, это я. Арина, я. Арина, вот тут рядом я.
Не, это правда, на самом деле. Мне кажется, даже если Арина попробует какую-то неудачную рожицу состроить, все равно получится уже максимально... Да, она уже пробовала делать хреновую рожицу, но все равно получилось просто ми-ми-пи-пи-пи. То есть, как бы, это, знаешь, из ряда сейчас... Это как, блин, есть, не знаю, смотрели, не смотрели, герой Барни Стинсон, из «Как я встретил вашу маму», там, где у него прикол, то, что он на всех фотографиях получается офигительно. То есть, как бы, как раз у него такая же самая особенность. Фотогеничная. Да, фотогеничная. Идет же некоторым. Вот да. Да. Ой, господи, да ладно, блядь, я тебя умоляю. Серьезно, каждую фотку, которую я вижу с тобой, просто такой... Просто спасибо! Причем, что бы ни сделала, просто как бы ни исковеркала бы вот свое лицо, слушай, все равно. Слушай, он просто не видел остальные фотографии. Да? Да? Я только удачные видел, понял. Да, вот некоторые неудачные никто не видел. Окей. Не, многие видели неудачные. Я видел некое дерьмо. То есть если сейчас я включу музыку, и она будет у меня в наушниках, вы не будете ее слышать, да? Да. Да. Главное, чтобы ты нас все равно продолжала слушать. А, я же вас так всегда слушаю. Не слышно ничего? Да, не норм. Все норм. Как я на ДА подписана? На ДА я подписана Creature 13. Да идём! Вот, кстати говоря, вот поясни вот этот вот момент вот по поводу своих псевдонимов. Все-таки Creature 13 или же все-таки Ugly? Отдаешь ли ты чему-то предпочтение, или если два псевдонима, они в принципе равнозначны? Ну, Ugly я в основном на дневниках только. В остальных всех моих этих самых я Creature 13 на всех. То бишь, все-таки вот твой вот такой интернет-псевдоним, вот как автора, как художника, все-таки Creature 13. Ну да, он более как бы распространен. Потому что я когда регистрировалась на Deviant, когда регистрировалась на Tumblr, Creature 13 были заняты. Ой, то есть Ugly были заняты, поэтому мне пришлось что-то другое выбирать. Я быстренько себе придумала. А потом так получилось, что его больше стало, чем Ugly. Ugly я только на дневниках осталась. Понято. А почему Агли? Потому что некрасивая. Урод. Мама, чему я урод? О, господи. А ладно, ладно, красивая, да. Вот. Не, Агли на самом деле у меня псевдоним пошел еще со времен, когда я был толкинистом. Минутка этого интересна. Я пытаюсь здесь взаимосвязь какую-то. Пришло время истории. Я была орком. Так. Мы были... И на этом можно сказать даже... Да! Агли. Я на самом деле нашла это слово, оно мне понравилось по звучанию просто. Оно было короткое, ёмкое, и так могли бы звать орка. Ну, то есть... Некрасивое. Ну, неважно. И даже было неважно, что оно значит, просто оно по звучанию мне понравилось. Вот знаешь, вот правда, я вот к себе плюсую, потому что я, когда увидел твой псевдоним, а первый псевдоним, который я увидел, это именно Агли, не Крэша 13, да? Я в первую очередь подумал именно не о смысловой нагрузке этого слова, а именно о фонетическом как произношении, потому что оно вот именно просто красиво звучит. Как бы это противоестественно не было, да. Это правда, это очень забавный такой фактор, но да, я тоже его ощутил, когда, собственно, вот увидел тебя впервые на просторах. Слушай, так много чего ощущаешь? Видел и ощутил сразу. Слушай, вот с Агли понятно, как бы понятно, орк и орк, окей, хорошо. А почему, конечно, 13, если, опять же, не секрет? Вот хоть убей, не помню. Реально, как-то пришло на ум, надо было что-то выбрать. Агли был занят, и я подумала, что же такое. И вот как-то оно так само. Понятно, видимо, была судьба. А почему Пикс? Кстати, вот, ну, можно сейчас, типа, обговорить, откуда все эти...
Кстати говоря, да, согласен. А, но по поводу PixMilk, я, если честно, тоже уже сомнительно помню, что же меня именно сподвигло на создание этого псевдонима, но помню то, что у меня основная идея была в том, что я хотел сделать сочетание того, что я больше всего люблю в жизни. Вот такой, знаешь, псевдоним такой собирательный такой сделать, да? И я вот думал, господи, что же я больше всего люблю? И я решил взять один элемент из мира реального, да, вот осязаемого такого, да, и из мира виртуального, соответственно. Из реального я взял самое свое любимое — это молоко. Лучше молока ничего в жизни не бывает. Просто двухлюбная. Ну, вы определенно родственные души, прям чувствуете. А, вот, и, соответственно, из виртуального мира я думал, то, что мне нравится как бы творчество, мне нравятся картинки, но я хотел что-то такое основополагающее взять, да? Что является основополагающим для любой картинки? Это, наверное, пиксель. Поэтому у меня получилось пиксель и молоко, поэтому PixMilk. Пиксельное молоко. Как-то... Да, все так. Да, так. Блин, у всех людей какие-то, блин, я не знаю, так подходят к этому основательно. Концепции. Основательно. Слушай, а у тебя как? У тебя почему? Влад Мура. У меня вообще изначально тоже у меня был для ролевки, но мы отписывали ролевки именно в интернете, как всякие там. Было дело. Грешили немножечко. Грешили всякой фигней, да. Вот, и у меня там типа имя было, надо было придумать, у меня официантик там был, там такой, с красными волосами, типа его звали Зефирма Влад Моран, и я решила, что типа, ну ладно, раз мы сейчас типа так делаем, все равно же типа это, ник его можно всегда поменять, ну и я его оставила просто. И он остался у тебя навсегда. Да, он остался у меня навсегда, и вот было очень классно, когда вот я этот период очень люблю, когда рассказываю, про, когда узнала, как он произносится. Ну, то есть я слышала, когда в сериал смотрела Шерлок Холмс на английском, и, ну, BBC-шную, и там был как раз Шерлок говорил, you bloody moron, типа, ты чертов идиот. Я такая, секундочку. А вот сейчас секундочку. Да, вот. И вот был как бы неловкий момент, когда люди думали, что я, ну, на полном серьезе, как бы, ну, я решила, типа, поприкалываться сделать такой в ней. Да-да-да-да, я тоже думал, что это, знаешь, самоирония такая, типа, такая. Самоирония, такая. Нечаянно получилось. Как-то, блин, нет. Ну, и я вот недавно думала перейти на свою фамилию и имя. Ну, чтобы, типа, подписываться. Слушай, ну, у тебя, я тебе хочу сказать, просто потрясающее сочетание для художника имени и фамилии. Просто у тебя фамилия очень художественная. Ну, это есть художник с такой фамилией, кстати. Да, именно, да, поэтому это уже как-то такое, понаслышке такое, да? И имя у тебя очень благозвучное, поэтому, в принципе... Вот не надо рассказывать, что имя Настя нормально. Очень благозвучное. Нормально, благозвучное. Нормально. И вам пока. Спасибо, блядь, я то хотел это сказать. Маша, уйди меня из головы! Блять. Ню-ню-ню-ню-ню. Нарисовать что-нибудь с красивыми сисечками. Русалку нарисуй. Ты же любишь русалок рисовать. Да, есть такое. Нарисуй русалочку с красивыми сисечками. И жопкой. Отлично. Рыбной. Это не очень. Господи, мы просто все взяли и засрали полностью с чат. Ну, не чат, а эфир и пилсиду. Да. Шашлычки из рыбьих жопок. Кошмар. О чем я думаю? О рыбьих жопах? Нет. Это не я. Что? Нет, ничего. А, что здесь? Что? Эвы? Да ладно. Отвлеклась и все, и сразу пропала. Боже мой, я так медленно давно не рисовала. Ну, да, смотри, бро. Сколько в чате Настя. Ну-ка. А сколько Настя? А там перекличка прям пошла? Для чего? Да, я Настя. Вот, а я ничего не вижу, я вижу только... Настя. Настя! Все ощущают то, что все-таки Анастасия — это очень благозвучная и очень красивая. О, вот, господи, вот, понимаешь, вот, Влад, вот тебе вот, пожалуйста, вот доказательства прям в чатик льются. Что вот, я тоже Настя. Знаешь, так гордо так прям. Вот. Поэтому когда... все хорошо, все красиво. Мне до сих пор еще с этого, как называется, с Академии, когда говорят, Анастасия, у меня мороз по жопе идет.
Да ладно, почему? У нас была преподавательница, очень хорошая, все остальное, но она из разряда тех, кто ласково улыбаясь и не меняя тон, могла тебе просто тобой повергнуть в пучины ада и дна. Да, вот так можно так сказать. То есть, как бы, Анастасия, ну что же вы несете? Она постоянно говорила это таким голосом, что у меня внутри все обрывалось. Все, понято, теперь понято. Откуда это все? Откуда эти комплексы? У меня на самом деле то же самое на фамилию срабатывает. Вот у меня вот тоже со школы вот это вот осталось, да, вот Тарасов, я все так. Что? Что так сразу? Кто здесь? Это кто? Кто здесь? Сразу такая реакция такая происходит. Поэтому да. Воспоминания они такие. Да. Вот есть. За что тебя обычно в школе? Ругали. Да? Делали замечания. Обычно... Что могут, какие могут быть замечания для молодого человека, который рисует и еще раз рисует? Тарасов, опять рисуешь, а не записываешь лекции. Что ж такое? Ну, у меня, правда, справедливости ради, хочу сказать, что у меня была замечательная учительница по математике, которая очень с пониманием относилась к моим увлечениям. Да? Ну, я имею в виду как раз к рисовательным. Учитывая, сколько раз здесь поднимал вопрос по поводу посчитать и прочее, очень заметно, что ты на математике несешь. Именно. На самом деле, я очень благодарен Нине Николаевне. Очень жаль, что она не смотрит наш стрим, но Нина Николаевна, респект вам, я вас помню, я вас люблю, и вообще спасибо вам за все. Потому что, серьезно, во время занятия, как это все дело происходило, я сидел на первой парте, рисовал, ничего не записывал, практически ничего не решал, просто сидел, рисовал. И, тем не менее, там, допустим, вот Нина Николаевна такая проходит, такая, так, кто ответит вот на эту задачку? Кто знает ответ, кто вот может вот это вот решить? Так, вот с Костей вот как бы, ладно, все вот как бы вот понятно. Вот он вот рисует, и ему больше ничего не надо. У него это хорошо получается, а вот ты вот, Леня, там, допустим, да, показывает там пальцем, вот ты вот должен решить вот эту ты, задачку. Вот ты, мудак, иди. Вот да, именно в таком вот контексте. И я такой, прям, знаешь, такой лайков босс, такой, прям, дальше так рисовать там свой. Господи, я представляю, как ты сейчас сидишь, как ты тогда сидел на уроках математики с длинными волосами и рисовал. Все так. Вот все вот как ты представил. Да, только я не могу тебе представить без бороды, поэтому ты бородатый восьмиклассник. О, Jesus Christ. Второгодник. Грустненько. Так, в общем, я наконец-то закончил свой Metal Gear Solid, как бы это странно сейчас не звучало, сейчас попробую его на камеру показать, что у меня получилось, поэтому, ребята, те, кто заказывал реквест на Metal Gear Solid, возьмите, пожалуйста, распишитесь, вот такая вот штука, да, вот такая штучка получилась. Так, теперь следующий реквест. Кого бы рисовать? Хан Соло бы рисовать? Хан Соло... Или хищника? Хан Соло верхом на хищнике. И с котиком. Полный комплект, просто полный комплект. Короче говоря, ребята, реально, давайте попробую я за этот стрим реализовать ваши вот реквесты как раз. Может быть, что-то и получится. Может быть, если я чуть-чуть ускорюсь, может быть, получится еще захватить пару реквестов из паблика. Было бы очень здорово, было бы очень замечательно. Какой быстрый, я так тебе завидую. Просто, да, это как Господи, ох, ай, быстрый. Ай, стоп, быстрый. Это... Нет. Так это... Вопросы в чатике. У Пикса есть борода? Да. Ведь он мужик. Если это не очевидно. Хотя на самом деле, честно вам скажу, ребята, что я думал, что... Мое чистое сердечное, я не мужик. Короче, я хотел... Надо сказать следующее, то что после Комикона, вот у меня была такая идея фикс, что после Комикона я должен сбрить бороду. Просто, знаешь, так это откинуть все, откинуть, забыть прошлое. Знаешь, вот какой-то там девушки срезают волосы, чтобы забыть, а я буду так сбривать свою бороду. Ну, я могу тебе сказать, девушке, отрезать волосы не только для того, чтобы что-то забыть. Окей. Что-нибудь вспомнить. Эх, молодость, я там. Не, я, допустим, вот как раз недавно постриглась. Просто много ненужных волос. Да, это да, это было очень так расплывчато, так прям. Но я надеюсь, там, где мы подумали прилично. Ах ты, ребята!
Прекрати, ты вообще нормальный или нет? Я, блин, про голову говорила. Ой, все. Ну, естественно. А про что же еще? Ой, все, блин. Под сом потом отпиздит. Да. Воу-воу-воу, даже тоже заматерилась. Вы че? Кто, кто, что, кто сказал, что? Что такое? Простите. Кто матерится? Кто-то плохо влияет на Торш. What's your language? Так это, погоди, ты постриглась после стрижки? Да, 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 я просто... Да? Да, мне просто секущиеся кончики, причем я отрезала себе где-то там сантиметр 20-30. А, ну понятно. Да, теперь короткая, легкая стрижка. Все, потому что до сих пор волосы не отрастают у меня, я пытаюсь выйти из одного цвета в свой родной, и это очень унизительно выглядит. Почему? Почему? Потому что у меня волосы сами по себе серого цвета, светлого. И да, а так я сейчас рыжая, и она немножко нехорошо смотрится. Понято, понято. Да, очень... Сейчас хожу все время в шапочке. Блин, как гном какой-то. Серьезно. Все. А что ты захотел сбрить бороду? Что такое? Что, ну, тебе мешает жить, что ли? Да нет, в общем-то, я поэтому сейчас вот с бородой, собственно, и хожу, потому что я так подумал после Комикона, то, что, мол, да ладно, что она мешает, что ли, пусть будет. Какой-то период жизни закончился, наверное. Да-да-да-да. У каждого есть... Серьезно, смех смехом, но серьезно, Комикон — это реально такое событие для Филсиду, для всех наших вот филсидушников, то, что наша жизнь творческая, вот реально, она до Комикона делится и после Комикона, потому что это, правда, очень знаковое событие для многих из нас, на самом деле. Так травмируете, что ли, было? Ну, оно по-разному, на самом деле. Там, как бы, есть, безусловно, какие-то и такие сложные моменты, но и очень много позитивного. В любом случае, времяпровождение, которое там происходит, да, на Комик-Коне, оно очень насыщенное, очень концентрированное такое получается, да. Мы видим очень много людей, мы видим... Мы делаем очень много рисунков, мы много чего, соответственно, там, продаем всего этого дела, да, мы понимаем то, что мы кому-то нужны, это все. Вот это вообще общее вот такое осознавание, да, вот такой вот актуальности нас как творческого коллектива, оно, ну, очень такое, очень важное, мне кажется, для нас, и да, это непросто. Но мысли понятны, конечно, на самом деле это... Как-то все время сидишь так в сети, вроде как бы много людей, да. Но как-то ты их не ощущаешь, а когда ты их видишь вокруг... Именно, когда именно. Когда тебя окружают, это вообще... Да, не да, именно. И это, все эти люди, они настоящие, живые, их можно пощупать, да. И они типа такие... Блин, это круто, да. Это невероятно круто, то, что ты видишь, то, что ты рисуешь не просто для какого-то лайка, там, допустим, да, вот в паблике или где-нибудь еще, а ты видишь этого человека, ты ощущаешь, ты понимаешь, ты видишь непосредственно у себя визуальный контакт с человеком, которому реально нравится то, что ты делаешь. Это очень-очень насыщает энергией, mm-hmm. И это очень-очень радует на самом деле. И раскрывает все чакры, блин. Да, 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 это правда. Хорошо. Блин, прям представляю, да, наверное. Поэтому, на самом деле, Блад, мы тебя ждем. Тоже раскрывать чакры? С распростертыми чакрами. Все так. Не, на самом деле, если у тебя получится на следующий Комик-Кон выбраться, было бы, правда, очень-очень здорово. Мне кажется, очень многие подписчики, очень многие поклонники твоего творчества были бы очень рады тебя лицезреть непосредственно, взять бы автограф на твоей книжечке, например. Ты помнишь, какой я тебе автограф написала? Я написала слово «Пиксу», я и это умудрилась запороть. Да ладно, нормально. Шоколадно, блин. Слушай, я тебе говорю, я когда расписывался, там просто бесконечное количество вот этих автографов, у меня мозг ломался на моем собственном никнейме. Я когда писал Pixmilk, у меня очень часто получилось Pixmilk. Потому что не Pixmilk, а Pixmilk. Я ломался уже в какой-то момент. Поэтому норм. Это норма. Это нормально. Это норма. Да, все так. Я вас вообще представлял, так как вы нарисованы в этих квадратиков. Я немножко сейчас поломалась, к чему это было. А мы разве? Вы тоже себя так представляли. Да, кстати, да. Вы тоже себя так представляли, да. А серьезно, вот зрители, вот те вот, кто присутствовал на Комик-Коне, лицезрел нас непосредственно, вот скажите, вот наши аватарочки совпадают с вашими ожиданиями, совпадают ли с вашими представлениями, так сказать, вот как мы, собственно, выглядим относительно того, что вы видите вот на аватарочке, которую мы, собственно, нарисовали. Вот как оно вообще?
Правда, вот интересно. Потому что мне вот кажется, что вот Юка вот себя прям нарисовала, прям вот Юка. Я вот прям вот ее вот узнаю. Прям. Я вот себя вот смотрю, вроде да, вроде тоже какой-то похожий. Ну, про Блат я не комментирую, потому что у нее там просто тупо фоточка, поэтому вот это тут неинтересно. Тупо! Да, просто тупо. Да, вот я как раз, я в жизни как раз такая черная и с усами. И с бородой самое главное. Не, между прочим, просто восхитительная аватарка, обожаю ее. Она потрясающая. И, собственно, вот Агли. Вот Агли, на мой взгляд, за исключением усов, разве что, да, очень похожа на себя. Просто она такая, эй, такая. Да. Да, это, очень, это говорит очень. Человек, который тебя бы не видел, блин. Да, я тебя не видел непосредственно, но учитывая то, что я подписан на все твои всевозможные бложики и все такое прочее, то ну, из того, что я видел там, оно очень похоже. Оно. Твое лицо. Свои усы я потеряла. У меня были такие красивые накладные черные усы. Слушай, а скажи, а у тебя дреды еще есть или ты их уже? Все уже давно? Да, я их распустила. Ну, у меня же были такие, типа, войлочные дреды. А войлочные это как? Это в смысле? Там связка какая-то? Это скатанные из шерсти, обычная вязальная шерсть. Ее скатывают в такие сосисочки, а потом... Думаешь, это не твои волосы были? Я так думал. Здрасте, я ходила, блин, 4 или 5 лет под 0,3 вообще, под машинку стриженная. Не, ну это да, а это потом... да. И вот я потому и удивился, собственно, кстати. Полтора года, как я отращиваю волосы. Да-да-да-да-да, я все вижу, фотографии так это лысый Агли, стрижная Агли, стрижная Агли такая, значит, под ёжика. И тут бас, да, ускоренный метод. Я так подумал, что ну нифига себе, у девушки растут волосы, вот это вот я не понимаю. Нет, это читерство, обман. Эх, обман зрения. Нет, не растут. Боже, как я мучительно долго рисую. Мне так стыдно, извините меня, пожалуйста. Слушай, да ладно тебе. Я кто пришел посмотреть на стрим. Всем, кто пришел. И смотрите, как я рисую. Смотрите, как Фикс рисует, он быстро рисует. Это ладно вам. Не, серьезно, ребята, расслабьтесь. У нас абсолютно непринужденная, такая практически кухонная, я бы даже сказал бы, атмосфера. Мы просто сидим такие на кухне. То есть на нас даже нету никаких надежд, понимаешь? Типа, ребята, не беспокойтесь. Все равно мы знали, что типа, с вами ничего не будет. Мы подстрахуем, знаешь. Лёх, понимаешь, на нас бы не было вообще никаких бы надежд, если бы у нас было бы что-нибудь спиртного, тогда бы определенно бы никаких надежд точно не было. А так просто сидим, просто общаемся, просто непринужденно. Непринужденная атмосфера такая. Что получается, то и получается. И как бы и хорошо. Я помню свои новогодние рисунки под смертное. Я до сих пор, я до сих пор фиксируюсь на слове спиртное. Ты же заговариваешься. То есть подождите, что мы могли прийти сюда под спиртным, что ли? Разве вы нет? А что, кто-то не трезвый сидит? Пам-пам-пам. А что, можно было? Я думала, нужно по-культурному было. Не, ну, погоди, а у нас сейчас по-культурному разве получается вообще? Ну ты посмотри, что сейчас вообще творится на стриме. Разве что это можно назвать межкультурным стримом? Вот Торшик, вот скажи, вот сейчас культурный стрим вообще проходит? Ну, норм. А, ну окей, ладно, хорошо. Да, я просто взяли заложника, поэтому отвечаю, что надо. Просто очень спокойные стримы. Ты вот так тихонечко там что-то Фикс рассказывает, все остальные там чуть-чуть поддакивают, иногда что-то рассказывают. Поддакивают, да. А тут именно пошворвались. Я прям на самом деле, я прям уж прям удивлен, то что вау, прям ух, прям не на самом наконец, деле очень круто. Не с кем круто. Поговорить. Да ладно уж, господи. На самом деле, меня переполняют эмоции, уже я слов не нахожу. Не, на самом деле, я хотел бы вот такую штуку сказать, что я безумно рад, и я так думаю, ФСДшники, собственно, тоже присоединятся к этому, то что Блат и Агли вместе с нами вот сегодня на стриме вот, общаются с нами и рисуют вместе с нами. Реально, ребят, большое вам спасибо, то, что согласились вот на это все дело. Реально, очень круто, прям вот там, ух. Так ощущение, как будто мы не что-то не рисуем, а другое, блин, делаем. Ради бога, пожалуйста, кушай с хлебом, блин. Ой. Я, собственно, надеюсь, что зрители оценили сегодняшних гостей, и тоже все вот очень нравится, поэтому вот, надеюсь, что как-нибудь еще повторим обязательно все вот это вот дело.
Может, закругляемся уже, да? Не-не-не-не-не-не, погоди. Не, ну да, я тут немножко слишком рано об этом всем начал. Рано, Костя. Ладно, уж, господи. Рано начал прощаться со всеми. Нет! Так спасибо, что вы пришли, что вы были здесь. Вам уже, наверное, пора. У вас много дел. С нами, конечно, все понимаем. С вами, конечно, все хорошо, да? Да. Как профессионально-то. Да. Я всем спасибо, но мы еще до свидания. Но мы ведь еще не дорисовали. До свидания. Пошел, иди гуляй. Да. Все, отстрелял свои 3 часа, все. 3 часа, потом... сколько мы сидим? Кстати говоря, сегодня, ну, мы посмотрим уже ближе к времени, да, сколько мы там отсидим. В час ночи мы, как правило, заканчиваем, но ввиду того, что мы начали позже, на час мы начали позже, да, есть предложение до 2 посидеть. Но это, смотрите уже сами, кто... Состояние здоровья. Да, кто в состоянии, кто не в состоянии, там уже будем ориентироваться, там, будем сидеть до 2 или не будем сидеть до 2. В общем, какая-то такая ситуация. Да я чутка еще посижу, а потом я просто, я могу разговаривать, потому что мне нужно еще собаку дорисовать сегодня, я даже на, типа, я за, ну, за сегодняшний день еще не выложила ничего. А тебе нельзя ее показывать, вообще, конфиденциальная собака такая? Не, такое, просто мне нужно ее отсканить, вырезать, и, типа, втулячить в этот, собака. Понято. Да, я уже не рада, что я начала рисовать этого мальчика. Почему шикарный такой малец у тебя? Нет, у меня проблемы с фонами обычно. Я сейчас, если, допустим, поставлю на какой-то серый фон, его рисовать, значит, давай, нажимайся. Ты просто делай, знаешь, вот как многие дизайнеры, я тоже вот этим приемом их тоже крышу, просто вот рисуешь персонажа, да, рисуешь, а потом думаешь, ох, блин, ах, я забыл про фон. Такой делаешь прямоугольничек, да. Позади него цветной. Отличный прием, мне очень нравится. Да. И все хорошо. Не, серьезно. Okay. А я всегда тебе говорила, берешь, делаешь какое-нибудь пятно цветное такое. Говорила, ты и сама себе не верила. Кому ты это рассказываешь? Прозвучало, как будто я заплакала. Слишком много чувств. Отлично, мне хорошо, чувственный стрим, это замечательно, это круто. Часики просят Юечку тайм. Кстати говоря, да, между прочим, мы 2 часа отстримили, и у нас по традиции на середине стрима мы устраиваем Юечку тайм. Это такой маленький такой перерыв. Да, Юечка тайм. Вот, поэтому, ребята, давайте чутка прервемся, приготовим чаек, развеемся, сходим по своим делам или чем-нибудь еще. Вот, и, короче говоря, объявляем небольшой перерывчик. Окей, идите. Я тут пока посижу. И я тоже. Окей. А теперь доставай пиво. Взрослые ушли, теперь можно пить. О, слушай, тут спрашивают, можно узнать, Агли Блад, не помню, кто из вас из Запорожья, вы поддерживаете живую связь с остальными ФСДшниками? Что включает в себя живая связь? Я из Запорожья. И я Блад, если что. Что-то пишут? Ну, я смотрю. Но же опаздывает, тут же что-то... Жопаздывает! Юмор этот вот ваш. Да, фу, блин, Маша! Да что? Фига себе, сейчас буду чай делать. Сейчас чай идешь делать? Да, мне захочется. Пожалуйста, не надо. Оставлю тебе тут одну, отвечай на вопрос о том, поддерживаешь ли живую связь, если ты из Запорожья. Ик. Не знаю, что от меня хотят услышать. Да, это мама Джи. Сейчас я нарисую еще маленького Джи, если вспомню, как рисовать детей. Такие маленькие... Но сначала будет чай. Ну, иди себе.
Мне было бы странно само собой разговаривать. Поэтому тишина. Эй! Привет. Привет. Так тихо было. Да. Я просто слишком занята вырисовыванием деталек. Так, тут что-то пишут мне про... А, подождите, тут еще в чате. Совместные тусовки в гости едете? Ну, только я к ним. Мы к ним, точнее, потому что много людей из Москвы. Нет возможности припереть в Украину. Поэтому, когда кто-то из нас едет в Россию, в основном, типа, встречаемся. Всегда это радушные посиделки, очень прикольно. Вы постоянно так стримите, да? Ну, почти каждую субботу, если нет каких-нибудь комиконов. Каких-то комиконов, как будто не так часто. Ну, раз в год, по-моему, достаточно часто. Думаешь, нет? Ну, нет, не так уж часто. Ну, как скажешь. Приезжайте в Беларусь, охренеть. Покопаем картошку. Белорусский шоколад, я очень любила русский шоколад. Белорусский? Ну, у нас тут рядом вот с работой есть киоск, и там, типа, белорусские продукты. И какое-то время назад там были шоколадки какой-то фирмы, как же она называлась? Мелине? Миллениум? Нет. Меме. Кто-то, блин, занят. Ну, в общем, какая-то там фирма, и у них очень классные шоколадки. И, в общем, в прошлом месяце они кончились, и я страдаю, потому что их не завозят до сих пор. Вот, не, классные когда... белорусские шоколадки. Я когда была в Питере, там попробовала просто шоколад один, мне очень понравился. Альпенгольд, он как-то так называется. Короче, молочный шоколад с желейными мишками и взрывающейся карамелью и печеньем. О, да, я помню, ты про него. Да. Да, и вот, в общем, сейчас девчонка одна ехала в Питер, и она мне там передачку сделала. О, Мелани называется шоколад, вспомнила. Пару килограммов шоколада. Вау. Да, там 2 или 3 килограмма вышло. Вроде 3. Мне как-то очень сильно нравился украинский шоколад «Чайка» рошеновский, которого, естественно, у нас не было. И я просто каждый раз, когда мама ездила к сестре, просто каждый раз привозила там такую коробку, там по 50 штук, короче, этих плиток. На полгода хватало. Нет, в принципе, рошен хороший шоколад. Ну, как сказать, ну, нормальный. Ну, не все хорошо, на самом деле. Мне вакуум недавно привезла леденцы. Очень-очень хорошо прям. Хорошо пошла. Хорошо. Мягонько пошла. Мемы. Мемы. Бам, мемы. Я не знаю, почему мне так понравилась эта фраза. Мемы? Мам-мемы? Мам-мемы. Мам-мемы? Отлично, отлично. Звучит отлично. Что, уже все вернулись? А то ж. А Маша где? Я тут. Мемки, мемью. Апостез in the house. У нас в прошлом году, короче, мы сделали, или в позапрошлом, это было, господи, когда это было, короче, пока сидели в Казахстане, делали наклейку с надписью «Мам-мемы», но только написано клинописью, было отлично. Нихрена себе, развлекаетесь. А мы тут клинописью слегка занялись. Мемы всякие шпарим. Вся моя жизнь, собственно. В ближайшее время не планируете ехать, ничего такого не подумайте. Кто должен ехать? Куда ехать? Куда ехать? Чё, зачем? Это я в чатике читаю. А что там, целиком вопрос как звучит? Ну, там был вопрос по поводу того, что какая связь поддерживается с фидушками. 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 Филосидушечки. Да, вот, и как бы, что там, как там? Я говорю, ну вот когда едем, допустим, в Москву или что-то там вроде, встречаемся с вами.
То есть, ну, так, допустим, вы к нам ни разу не приезжали. Вот. Я так думаю, наверстаем, определенно наверстаем, потому что мы там с филосидушными ребятами грязим идеей совместно, прям вот всем филосиду, ну почти всем филосиду, куда-нибудь ринуться. И вот мне кажется, что может быть даже не куда-нибудь сразу там с рубеж там, или еще там куда-нибудь, а для начала, во-первых, куда-нибудь в Рыбинск, Арс-Мик-Мик-Мик-Мик, куда-нибудь, допустим, в Украину, Блад, Агли, Мик-Мик-Мик-Мик. Во Львов, да, вот, это самый лучший вариант. И... Ну, в Киев, да. Не, в Киев, если... Хотя, в принципе, и во Львов, и в Киев лучше ехать, когда тепло. Да, но уже не сейчас. Да, сейчас уже как бы нечего делать просто. Ну, понятно, дома сидеть понятно. Или по барам сидеть тоже неинтересно гулять. Ну да, да, да. Па-па-бам, па-па-бам, па-па-бам. Па-па-бам, па-па-бам. Да, давайте, смейтесь меня, заикаюсь я тут. Да, не-не-не, хорошо, хорошо. Все отлично, все отлично. Я просто знаю то, что вот Киев невероятно красивый голос. Голос! Город! Город, все, вот это я понимаю оговорка. Город, неимоверно красивый город. Вот правда ли это? Смотря с чем сравнивать. Не, ну смотри, это фикс-фикс, а тебя бабл отпустит? А то позвонили гуси, а когда же меня отпустят? Я на самом деле очень сильно надеюсь, что у меня там совпадет все хорошо с графиком рабочим и с отпусками и всем таким прочим. И я смогу где-нибудь в конце весны, или может быть в начале лета, либо прям в самом лесе, да, в середине, там в конце, я не знаю, как это получится уже, ринуться куда-нибудь как раз-таки в направлении Львова. Было бы очень здорово. Да, Львов. Такое клёвое городок. У меня еще остались там места, которые надо посетить. Мне тоже еще остались места. Надо... Очень надо. Ну, я думаю, мы сразу пойдем поедим мясо. И выпьем пиво. Отлично. Да. Отлично. Слушай, мне уже нравится. Да, не только пиво можно выпить, там отличные наливки, там отличные места, где можно посидеть, просто потусить. Летом там в основном всегда всякие какие-то фестивали, какие-то выступления, на улице живая музыка. Типа ярмарки какие-то. Да, то есть как бы вот сейчас, по идее, там должна быть ярмарка шоколада. Или и кофе, точно не помню, что именно. Вот. Но я не знаю, как там сейчас погода, наверное, сейчас же там дожди заливают. Вот. Такое. Понято. Гол в Запорожье, тут красиво, не верь этому говну. Тут не очень. Здрасте, ты же говорила, что там классные парки и всякое такое. Там, это я говорила про парк, это классно в Харькове, а в Запорожье, в Запорожье можно приезжать только когда начало лета, когда на Хордицу можно пойти погулять. То есть как бы все. Хордица — это речной остров, такой большой, самый большой в Европе, кажется. Как бы, ну, там такая нормальная природка, трава 2 метра, чудесно, все красиво. Отлично. Отписала реклама. Трава 2 метра, ни хрена не видно. А, ну, тут природа, вот как бы это, не поспоришь, правда. Ну, собственно. Ну, лучше во Львов. То есть, как бы, нечего тут. Ну, я там просто еще разговаривала со Скиорхом. Так, да. Вот, они тоже как бы такие, что норму, да, ко Львову относятся. То есть, как бы сейчас они ездили же в Прагу. Uh-huh. А сейчас, как бы, ну, следующее, они говорили, что можно поехать именно во Львов. И такая, ну, если будете ехать, там говорите. Там, в принципе, слушай, круто. Да, подъехать, в принципе, если это будет не какой-нибудь там активный сезон, то, в принципе, можно будет и подъехать. Ну, то есть, чтобы не было проблем со снятием жилья. В принципе, uh-huh. у меня есть там парочку телефонов. Там люди вас в Севастополь зовут, но как-то мы были последний раз с Машей в Крыму и не сильно впечатлились. Да. Да ладно, в Крыму? И не сильно впечатлились? Почему так? Потому что блядское отношение сильно идет. То есть, да. Ты платишь много, а качество настолько херовое просто, что, ну... То есть тебе все делают одолжение, ну, как бы ты пришел, заплатил денежку, тебе делают одолжение, что тебя обслуживают, что тебе что-то рассказывают. Ну, то есть это вообще, ну, странное очень ощущение. И не то, чтобы вообще часто в Крым ездил, а тут мы поехали к бабушке. Да, у меня там бабушка живет просто. Да, и как-то вот, если бы не бабушка, наверное, мы бы туда еще раньше уехали, просто мы жили у бабушки. Думаю, если бы там надо было искать жилье, мы бы вообще там просто убились. Да. Потому что соотношение цены и качества просто, ну, нереальное, то есть как бы. Нет, поэтому, думаю, может быть, следующим летом, если вдруг получится, может, в Грузию поехать. То же самое Черное море.
интервью хотелось бы. Кусочка автопа, пожалуйста, выложили интервью, которое у вас брали. На Комик-Коне. Круто! Звезды, что Ой, ли? Ой, да ладно. А то. Этот, который CG Speak? Да, только что. И Ох. Года не прошло. Круто, круто. Ну и как мы там? Нормально? Не знаю. Не слишком ли глупо выглядим? Зажгли там, ребятки, да? Но мы там старались, там как раз-таки вот выступали Юка, Сомик и вот я, и мы втроем там отвечали на всякие каверзные вопросы. Каверзные? Надо будет запарить. Попарить, святой божечка. Да. Интервью со звездами. Господи, звезды. Уже интервью, это так волнительно. Будоражит. Да. А вы себе брали интервью когда-нибудь, кстати говоря? Пытались когда-то, когда на концерте каком-то. Ты убегала от них или что? Да, я отмахивалась просто. Не взяли. То есть ты фактически ни одного интервью все-таки не дала? Или все-таки дала? Я интервью. Помню. Спасибо за уточнение. Я просто такой смешок какой-то неловкий прям был. Так. Я специально. Окей. Ты сегодня в ударе. Так что кто-то очень смеется, ха-ха-ха, Грузия, ха-ха-ха. Ну ладно, ха-ха-ха, так ха-ха-ха, молодец. Тут кто-то просто, ну то есть как бы... А что в Грузии? Что это, в чате? Да, в чатике. То есть, как бы, ну, вот, рассмешило. Зато Севастополь красивый. Ну что? В принципе, я тот человек, который был максимум за границей, это в России. Поэтому я не знаю, что, как, где и как, почему. Кто-то из вас был за границей? Ну да. Не. Кто-то сказал да? Да. Ну, я как турист там ездила на море пару раз. На туриста? Куда? В каком-то совсем бессознательном возрасте я была в Турции и на Кипре, и немножечко в Израиле, и в этом году мы ездили в Таиланд. И в Днепропетровске была. В Днепропетровске? Фига себе, 2 часа езды оттуда. Вот я там жила, когда мне было 3 года. Клёво. Могли стать помнила. Не очень много запомнила. Я помню, что там были классные ягоды, которые растут на деревьях, которые шелковятся. Ох ты же, божечки. Ой, шелковица. Моя ж ты, кисонька. Типа в каждом дворе, блин. Всегда, кстати, это было интересно, когда я приезжала в Крым, и я видела, как продают обычно шелковицу, и как, типа, ажиотаж был у россиян, которые приезжали, там, что, о, шелковица, классно, обалденно. Для меня это было очень странно, потому что шелковица реально тупо росла вот, на каждом углу. Но она же вкусная. Ну да. Да, и рожа вся после этого черная, блин. Синяя. Синяя, да. Хотя есть белая шелковица. Там дети, тут... которые гуляют во дворе, становятся синего цвета, значит, шелковица поспела. Я прошу прощения, а что такое шелковица? Ягода. На деревьях растет. На дереве растет такая. А на какого цвета вообще? Чёрная. Тёмно-фиолетовая. А вкуса какого? Кислая? Сладкая. Сладкая. Очень сладкая. Ух ты. Бабл чай с шелковицей был очень классный. И прикольно хрустит. Хрустит? Да. Ты когда не пробовал инжир? Mm-mm. Вот ты ж, ёжик. Вся жизнь просто прожита зря. Не, ну ты напомни, может быть, визуально я вспомню, как он выглядит. Инжир? Угу. Визуально напомню, как тебе... Ну, я не знаю, описать? Да, а, кстати, сейчас у меня бабушка как раз писала недавно, там у них сезон инжира был, ну, в Крыму. А она там передала нам кое-как. Говорит, очень-очень много его. Он свежий когда, то есть я когда первый раз инжир попробовала свежий именно в Крыму. Очень прикольно. Как раз просто хотела аналог привести именно. Инжир очень похож на шелковицу, типа, и все остальное. Но поняла, если ты не пробовал инжира, то аналог очень не удался. Угу, угу. Блин, с чем же ее сравнить, эту шелковицу? Не знаю. Нет, если... Ну что она похожа? Хотя бы, ну, просто визуально описать цвета какого, я не знаю. Она похожа на... Ежевика. Ежевика. Только ежевика, ага. Она такая слегка кисловатая бывает. То есть, бывает именно очень-очень сладкая. Ягоды такие длинные. Ежевика только удлинённая. Если вы понимаете, о чём. Есть ещё белая черевица. Получается, есть шелковица, есть тутовник. У нас в основном распространён во дворах тутовник, вроде бы. Это тот, который... Ну... Господи, сейчас, блин... Гугл, спаси меня! Так, и Гугл такой... Такой летит прям на помощь. Такой прям.
Шелковица. Вот, видишь, как она выглядит? Сейчас, так, подожди, пока... подгрузится. Сейчас, погоди, тут еще и задержка будет. Сейчас. Так, ну-ка. О ты, господи. Инжир, как сладкий изюм с песком внутри. Вот она! Ух ты, какие штучки интересные. Да, это спектр. Слушай, ни разу не пробовал. А есть еще белая шелковица, а она еще вроде бы слаже. Ого, слушай, как круто. Это, знаешь, вот я просто, я вот вижу на этом, смотрю вот на эту маленькую картиночку, она мне кажется, знаешь, таким маленьким виноградом таким. Почти. So close. Вроде да, но нет. Понято. Ну, слушай, занятно. Надо попробовать. Так, а кто-то что-то пишет? Торш, Твиттер, помните, спик. А, вот этот... Там выложили видос, но пока что ограничили доступ к видео. Вероятно, авторы расставляют аннотации, наверное. Так что будет где-то через полчаса. Уже который стрим, в котором Пик сталкивается с продуктовым барьером. Пик, что такое? Я без понятия вообще. Как-то так получается. Господи, как ты заебалась? Что, ни хрена не выходит? Юха лайнит как бог с первого раза просто. What? Да? Кто здесь? То есть ты там не такая, не рисуешь, короче, линию, а потом отменяешь, потом новую рисуешь. А просто с первого раза медленно-медленно ее ведешь, и при этом у тебя все в порядке получается. Я не знаю, как ты это делаешь, ты бог. Мастерство. Медленно, но уверенно. Черт, я медленно и как-то все плохо. Что-то медленно и не уверенно. Медленно, совсем не уверенно. Из непривычки, я, блин, никогда не рисовал онлайн. Это как-то очень странно. Да ладно, правда это твой самый первый стрим? Да. То есть можно с полной уверенностью сказать то, что сейчас вот в рамках Филсиду идет эксклюзив, просто буквально первое появление Аглии в просторах интернета в рамках стрима. Да. Охренеть, просто. Просто охренеть. Супер эксклюзив. Я уверена, что половина, кто его посмотрит, пожалеет, что они его видели и разочаруются. Но ладно, уж как есть, так и есть. На самом деле, мне кажется, на FSD немножко полегче рисовать в онлайне, чем когда один рисуешь, потому что нет. Определенно. Нет такого вот прям. Ну да, внимание все не на тебе, и слава богу. Да. Да, это помогает, но все равно у меня такое именно странное какое-то ощущение. Но я думаю, что я привыкну. Не забывайте сохраняться. Да, ой. Блин, слушай, вот я сейчас вот прям спохватился такой, блин, надо бы сохраниться. Традишка. Потом такой, да. Все так. Хотя в традишке тоже можно, например, не знаю, вылить кофе на рисунок. Тут не сохранишься. Да. Отсканить можно? Да, я, кстати, фотографирую. Это так странно вообще. Чувствую себя каким-то параноиком. Так, о, нарисовала хорошую линию, сфотографирую, а вдруг все испорчу. На самом деле, правда, бывает. Ой, еще одна хорошая, еще сфотографирую. Потом, чтобы было, чтобы вспомнить. На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. У меня такое, знаешь, происходит перед накладыванием серых тонов маркером. Ну, либо перед цветом, там, допустим, сделал линию, да, вроде смотришь, вроде ничего получилось. Блин, надо бы что-то с этим сделать, а то сейчас буду портить. Мало ли чего приключится, в конце концов. У меня обычно такое наступает, когда вот, типа, нарисуешь скетчик, сфотографируешь скетчик, потом начинаешь его обводить уже лайном, типа, тушью. Обвел лайн, так сейчас я буду красить, на всякий случай я сфотографирую, потому что... Чувствую жопу. Красить и я — это просто несовместимые вещи. Да ладно. Я обычно все порчу тем, что я крашу. Мне надо останавливаться на моменте лайна, типа, и все. Рисовать черный квадратик сзади. И все. Наша школа. Слушай, вот на самом деле, я вот сейчас вот задумался, вот среди твоего творчества я вот реально вот помню вот очень клевые графические работы. И когда ты используешь цвет, ты его используешь такой, знаешь, такой стилизованный такой вот. Ну, берешь несколько оттенков, да, и вот как бы вокруг них вот крутишься. А я вот думаю, мне просто вот интересно стало, а как давно ты рисовала какие-нибудь такие живописные, я бы даже сказал, вот такие штучки? Просто вот это чисто вот любопытство. Никогда, наверное. Вот реально, я вообще... А, не, ну я рисовала по работе. Okay. Исключительно. Там надо было какие-то персонажиков, типа, ну, как живописные. То есть ландскейпы я вообще никогда не рисовала. То есть вообще. Ни разу в жизни.
Вот. А какие-то такие, типа, что персонажи, но не отрисованы, типа, не лайном, а сразу вот красочкой, mm-hmm. цветом, вот это было пару раз в жизни вообще. Mm-hmm. И все по работе, для себя. Слушай, я себя прекрасно понимаю, на самом деле. Я тоже вот по своей натуре, если можно так сказать, я тоже график, да, и я mm-hmm. очень сложно себе представляю вообще, в принципе, как можно работать без линии, без какого-то такого... Легче! Не надо тут! Вот Блат у нас вот как раз вот наоборот. И я, насколько понимаю, она более в, в живописную стезю как раз-таки подалась. И ей без линии очень норм. Ну, у меня на самом деле прикол, когда ты, допустим, рисуешь. Мне просто нравится даже больше рисовать от пятна, потому что ты когда вот рисуешь, начинаешь, ты не всегда знаешь, чем она может закончиться. Ты вот раз начинаешь, типа, нарисовал. У меня раньше вообще была такая фигня, когда ты вот сейчас примерно покажу. Ты, допустим, ты там набросал вот так вот цвета, то есть как бы там что-то делаешь, получается, как-то. Вот, и там, получается, выставляешь себе, там, может быть, какую-то вот такую вот штуку, то есть, как бы, ну, прозрачность, все. Ты вот так, допустим, себе поделал, там, покрутил, повертел, во, видишь, допустим, здесь, ну, я не знаю, вот так вот, допустим, можно сделать сейчас, так вот, допустим, женщина сидит, раз, там, начинаешь вырисовывать, и пока ты начинаешь вырисовывать, тебе сама просто пята начинает помогать это делать, то есть, ты, опа, о, я здесь вижу все, и начинается. И все, и ты сидишь дальше, потом себе вот так вот там дальше дорисовываешь, типа набираешь массу и все остальное, то есть как бы там, и делаешь. И тогда оно нормально. То есть для меня, наоборот, трудно, когда вот, допустим, есть лайн, это я так сразу... Вот, определенность я... такая. Да, я помню, когда первый раз красила Фопса, у меня, наоборот, был прикол в том, что как бы я, когда я делала просто набросочные, типа, цветовые пятна, оно получилось очень живо, клево, все, мне понравилось, все. Но когда я начала делать это все именно вылизывать, ну, вписывать в ее линии, у меня начался такой пиздец, оно такое блекло, такое некрасивое. Выпадающее, все, и у меня начался именно такой, я не могу, все, все пропало, Маша, все пропало, Настя, все нормально, Маша, все пропало, я не могу, я сделала хуйню, боже мой, мне стыдно, я не могу, все, я все выброшу компьютер, выброшу стилус, поломаю планшет, то есть, как бы, ну, у меня практически так бывает. Да, каждый был раз, как первый раз, блин, поэтому, как бы, обычно, когда я звоню, я говорю, у меня опять, хорошо. Чатики пишут, что не могут различить Блада и Агли. Ахуеть. Тот, кто часто повторяет, то есть как бы, это Блад. Я не повторяю, то есть как бы. Повторяю, то есть как бы, да. То есть как бы, это Блад. Да как ты можешь? How dare you? Не, ну на самом деле, вот, ребят, я вот говорю, то, что у вас и тембр голоса, да, немножко совпадает как раз-таки, вот сама вот подача вот как раз-таки вот информации, прям реально. Я вот сейчас уже различаю вас, но в самом начале стрима я такой, а, чё, где, кто? Но сейчас уже вот... Да так ты уникальный, блин. Да не, ну серьезно, мы прям, ну реально, уже третий раз повторяюсь, но тем не менее, родственные души, прям чувствуется. Надо смотреть, если вдруг будем делать стрим, типа сделать каждый акцент, придумать свой, чтобы нас различали. Валя, что ты кажешь, блядь? Вот что-то придумаешь себе шось, блин, и все. И все, никто не будет понимать, что ты говоришь. Вообще никто не понимает. Кроме я. Ну разумите, не будет. Вот, кстати говоря, да, кто-то будет на украинском говорить, да, а кто-то на русском. Балалайка, блядь, мы будем так хорошо разговаривать на украинском. А кстати говоря, да, вот кто-нибудь из вас, вот Вайхо, знает вот украинский язык? Не, мы его знаем, просто дело в том, что в основном мы используем русский язык для общения, то есть как бы из разряда, то есть как бы, если ты попадешь в среду, где разговаривается на украинском языке, очень легко переходишь на украинский язык. Я во Львове все время на украинском. Да, то есть как бы во Львове ты идешь, там, вот, это добрый, там все остальное, ты начинаешь разговаривать, то есть как бы не замечая даже этого, то есть не так же, типа... Ой, я сейчас буду специально говорить. Нет, оно очень незаметно все. Но когда ты расстраиваешься, просто мозг сразу раз. Даже не замечаешь. Я не говорю сейчас-то как бы. То есть как бы ты сказала уже 4 раза. Неправда. Ладно, 3. Отлично, отлично. Я не хочу этого мальчика рисовать, он меня достал. Я сейчас... Нарисуй девочку, нарисуй бабушку, бабушку нарисуй. Не-не-не, бабушку нарисовать? Какую? Да-да-да, бабулечку. Какую тебе нарисовать? Красивую, с ресницами, чтобы нос прям, знаешь, так это прям... С ресницами? Да, нос с ресницами. Охренеть, нос с ресницами. Смотри, 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 темные волосы, чуть вьющиеся, светлые голубые глаза, прям такая прям бабулечка. Сестры боярские, это кто такое сказал? Это мы. Юху. Мы сестры по усам, там уже написали. А? Сестры боярские? Да, просто дело в том, что у меня очень плохо... Каналия! Да, каналия! Тысяча чертей! У меня плохо подгружается чат, у меня вообще все плохо подгружается. Так он тормозит чат.
Ну, то есть он отстает примерно, наверное, секунд на 20. Не-не-не, у меня он вообще тормозит. Он периодически как-то включается, выключается, наверх, на низ, блин, идет. Что это за фигня? Ладно. Так, я сейчас... Вот, кстати говоря, вот как Ари, я плюсую. Она сейчас сказала, что ее немножко путают с Хикой периодически. Я плюсую, да. Порой вы тоже немножко перекликаетесь по тембру и по манере речи. Все-таки дружба, вот она очень-очень-очень... Ломает человека. Ломает человека. Так, я сейчас немножко, у меня перерывчик, сейчас я кое-что доделаю. Я тут буду сидеть с вами. Ладно, рисую Ангелину. Это кто? Точно, Ангелина Экслибриум. Экслибриум, читала, листала, смотрела? Писала, смотрела, танцевала. Да, Дира, не та. Это та, которая с клюкой? Да. Отлично. Я все никак не знаю, как написать Артема, чтобы он мне скинул последние номера Экслибриума, чтобы при этом еще чего-то куда-то не попасть. А так ты... Каждый раз, когда я его пишу, он такой... Да, я каждый раз пишу, он такой, говорю, Артем, можешь скинуть мне какой-нибудь комикс там, типа, напиши мне, какой мне надо, типа, когда хорошо. А, кстати, не хотела ли бы ты тут? Ну и что сделать? И ты такой... И Влад такая, пип-пип-пип. Роковая женщина. Так, кого-то, да... Влад, нарисуйте Ангелину. Окей. Кстати говоря, да, правда, Ангелина это прям вот попадание по всем параметрам. Бабулька. Ну, она не то, что прям бабулька, это такая немножечко пожилая женщина, но все-таки. И вообще, в принципе, вот очень интересно как раз посмотреть, что у тебя там получится, вот именно в твоей стилистике, как она там. Хорошо, тогда сейчас лучше Ангелину нарисую. Давай. Блин, жалко, что у меня нет этой вебки, блин, сейчас я просто в карандаше пока рисую, мне лучше в карандаше. Блин, слушай, да, да, жалко, жалко. Да, я сегодня, блин, изладила всю квартиру в поисках, я помню, где это было, но не помню, куда я ее выкинула. Ой. Да, это что, часто бывают вещи... Мне что-то кажется, что ты вот из тех людей, которые, если выкидывает, если говорит, что выкидывает, то он имеет в виду выкидывает, он прямо берет и выкидывает. Да, я так последний раз выкинула свой телефон. Не, он просто нет. Я как бы я купила, то есть у меня появился новый, я такая сказала, все, это блядская машина, которая портила мне жизнь последние полгода. Возьму-ка, разломаю ее пополам и выкину в этот, в оборот. Так и получилось. Просто телефон был, конечно, раскладушкой, там разломать его как два пальца. В асфальт, ну. Чувство удовлетворения было, да. Хорошее. На самом деле еще очень классно разбаламывать телевизор. Ты пробовала? Да, у нас был старый телевизор, мы его выкинули. Мне кажется, знаешь, что вот в момент, когда ты ломаешь экран, он с большим хлопком, знаешь, таким да. Максимально удовлетворяющим, вот даже сказал бы. Он просто вот тут звучит прям. Вот есть такое, не? Ну, я не так много раз ломала телевизор, мне одного раза хватило. Ну, на самом деле, вообще, когда там технику ломаешь, которая, типа, ну, которая уже свое отжила, очень прикольно. Да, прям чувствуешь накопившуюся всю вот эту вот штуку, все вот эти воспоминания, которые... Да, которые все воспоминания связаны с этой техникой, а не сразу. Да, именно, да-да-да-да, и ты прям вот выплеск такой прям делаешь, это правда, это очень здорово. Да, у нас там, вообще-то, рядом с домом находится посадка, у нас там есть знакомые, которые живут рядом с посадкой. Ну, это там, где, типа, так, блин, свободная зона от построек и прочего. То есть мы там спуск еще к речке Днепру и все остальное. И у нас там один мальчик, он в одно время очень увлекался всякими там, как это можно, экспериментами. В общем, как-то мы... Так. Да, он как-то один раз, он, получается, запихнул, я не знаю, короче, что какое-то не взрывное устройство, то ли петарда, то ли еще какую-то штуку, в старый холодильник и подорвал его в этот... поле. Слышка отлетела, хер знает. Ну ни хрена себе, слушай, что ж за петарда там была такая? Я не помню, что он туда засовывал именно, чтобы взрывалось. Но это было такое, знаешь, все стоят такие, типа, ну вот сейчас. И такие, знаешь, все стоят, типа, и такие голову только поднимают. Я пускаю. Прикольно. Траекторию полета так слежу. Это очень интересно. Когда ты понимаешь, что ага, он вроде бы такой маленький, а в принципе в будущем-то подрывателем-то может быть. Мог бы и будет. Да. Подрывателем Милоновых. Нет. Он повзрослел, и его начали интересовать девочки.
Все, пропал человек. А, все. Такой талант пропал. Такой подрыватель холодильников пропал. Печаль, печаль. А если я сейчас разъединю трансляцию и потом подсоединюсь, у меня надо будет заново, да, будет компоновать или нет? Или просто по экранам? Слушай, я не уверен, если честно. Но по идее ничего компоновать не нужно будет. Там, в принципе, уже все настроено. А чё, почему? Почему? Да я просто хотела сейчас на секундочку типа просто отсканить рисунок, который у меня тут уже целый лежит. Так ты не отключайся, просто скани свое удовольствие. Ага, не хочу, не буду. Оставь себе стол. Оставь себе стол? Ну, я имею в виду рабочий стол. Пускай висит себе в эфире. Чё? Там же ничего не происходит. Да, да. Да, но я сейчас, потому что я сейчас рисую на бумажке. Ну так. Не, я сейчас тянуть. Как обычно, не поняли друг друга. Можешь поставить какую-нибудь заглушку на стрим. Кстати, да, тоже вариант. А как я могу это поставить? Да, просто нарисуй себя. И такая, эй! И все. На случай важных переговоров. Да, 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 да. Кот, уйди. Хищник. Хищник. Хищник, все точки. Да, буженина. Люблю буженину. Инопланетная буженина. О, господи. Ты даже упаковку менять не надо. Можно с упаковкой есть. Нормально. Хищники как родные, блин. А почему, кстати говоря, откуда у тебя вот такая вот любовь вот к этой франшизе и вот к этим существам? Ну, готовься. Давай, да, я готов всегда. Просто интересно, правда. Пионер, есть замечательный автор, который написал замечательный фанфик по вселенной хищников. Они меня как бы так интересовали, но достаточно сдержанно. А тут я прочитала фанфик и прониклась совершенно, то есть вся полностью, можно сказать. Слушай, а мне даже интересно, о чем там была речь вот в фанфике? Я просто вообще не представляю фанфик по хищникам вообще, в принципе. Как? Я, смотри, это был... Нас слушают дети, секундочку. Так, там слэш, что ли, был? Да. Я не понял. О-о-о. Да, это был, короче, много. Зарисовка, типа. В основном она была ради слэша и написана. Но потом мы с этим автором скомпилировались, и она написала здоровый-здоровый, типа, рассказ, я бы сказала даже. На сколько там, 180 страниц. И я его прочитала как книгу просто. Настолько охрененно написано. Ну, то есть, действительно хороший автор. Ну, и хищники, как бы, и плюс еще слэш. И все это вместе меня... взбудоражило. Да. Слегка так. Вот. Ну, и все, пошло-поехало. Теперь просто хищники — это любовь. Слушай, на самом деле, мне вот просто в голове даже не умещается то, что вот слэш и хищники... О, believe просто me. Как? Просто как? На самом деле, чем больше узнаю про вкусовые пристрастия авторов, которые работают в жанре слэша, тем меньше я удивляюсь вообще всему в мире. Просто, в принципе. Слэш, он закаляет. Да, это правда, это правда. Ну, тоже серьезно, хищники. Я так думаю, они там, наверное, хищники с хищниками, я так полагаю. Или там с жертвами своими. С жертвами. Понятно, окей, хорошо, ладно. Слушай, скинь ему ссылочку просто. Не надо, нет, я понял. Допросится он. Кто знает, тот знает. Да. Слушай, а вот если обращаться к классике, да, вот к фильмам, с которых все началось, собственно, да, может быть, даже к комиксам, нравится ли тебе что-нибудь вот из этого? Близко ли тебе что-нибудь из этого? Может быть, какая-нибудь часть тебе особенно нравится, там, вторая? Там, допустим, мне там очень нравится Alien vs. Predator. Да ладно. Мне нравится он. Вот я не знаю почему. Вот как... Это тот, который 2004-го, да? Не помню. Okay. Но он мне нравится. Он какой-то такой... Блин, не знаю. Не знаю, короче.
цепляет. Да, цепляет. Вот как-то вот все там на своих местах. Мне не очень понравился последний, типа «Хищники», который называется. Ага, ага. Вот. Блин, вот там совершенно... Я не понимаю, почему на главную роль взяли... Я не помню, как зовут этого актера. Тот... Броуди. Да, Броуди. Почему взяли Броуди? Меня не удивляет роль... Броуди. Ладно, фиг с ним, с Броуди. Да ладно, не удивляет. Ну, может, он решил попробоваться в этом. Ну да, да, да. То есть такое. А почему бы и нет? Он Хиддлстон на роль Тора как бы проходил кастинг. Mm-hmm. Так что норм. Mm-hmm. Вот, я уже ничему не удивляюсь после этого. Вот, как бы мне не понравились там хищники, они какие-то, ну то есть да, там же тема в том, что там какие-то зеленые, молодняк, типа их учат охотиться, даже делая скидку на то, что они молодняк, они там вообще какие-то слабаки очень сильные. Mm-hmm. Правда, ну, мне так показалось, то есть, как бы, ну, совсем. Ну да, их там было много, и их так мочили. Ну прям, да, просто пачками, я прям как любитель хищника, я всегда в таких фильмах болею за хищников. Да, да, он один, он опасность, он сама опасность. Да, он охотник, блин, в каком-то хрен знает каком поколении, он, блин, с пеленок этой охотой занимается, и тут какие-то, ну, короче, мне это было обидно и как-то так. А вот Фрэн нравится, там... Я все думала, что речь о чужих. Не-не-не-не, хищники, да. Доброе утро. Хотя на самом деле у меня есть знакомые, которые путают хищников и чужих. Потому что по их представлению, чужие, они больше похожи на хищников, чисто из названия как бы. А хищники, они выглядят, типа, чужие выглядят хищно, и поэтому они хищники. Вот как это вот, вот такая подобная логика. Ну, в этом есть логика, на самом деле. Да-да-да, это правда. Потому что если посмотреть на хищника, то он выглядит более понятно, что ли, я не знаю, да? Ну, блин, это реально чувак с дредами и бужениной, да? Все с ним понятно. А когда смотришь на чужого, и ты думаешь, блин, ну что-то такое. Ну, не знаю. Я вот здесь вот тоже вот не знаю, что сказать, но вот есть такие вот люди, которые вот так вот путают, чисто по смысловому такому значению. Очень забавно. А еще я бы хотела почитать всякие фиги про Терминатора. Причем, слушай, не нового, а вот именно наша любимая часть. Четвертая часть. Просто она то, что доктор прописал. То есть, О боже. Ну, то есть, как бы не та, которая последняя часть, которая вышла, там, где Арнольд Альбебек, причем старый. То есть, как бы мы сказали, мы даже смотреть такое не будем. То есть, как бы, а вот именно четвертая часть, там, где рассказ, это про рассказ будущего, да, там, где идет появление Маркус Райт, Джон Коннор, и типа все остальное, там, где Джона Коннор играет Кристиан Бейл, и мы такие. Мы где-то вот в прошлом году, в этом году, на Новый год превратились в желе. И это было вот реально первое... Состояние желе мы провели несколько месяцев. Да, причем такое, что, знаешь, когда ты включаешь музыку, ты такой начинаешь просто... Все песни о них, это просто пипец. Серьезно, это было похоже, знаешь, когда вот какая-то идет болезненная влюбленность, но ты понимаешь, что ты влюблен даже не в человека. Персонажа. А в персонажа, и это просто пипец. Причем, да, мы включали самые банальные тупые песни, там попадались, допустим, по телевизору, мы такие с Машей раз за руки взялись, такие, это про них, да. Реально, то есть... А прикол в том, что как бы в этом фандоме только два человека. Я и Паша. И мы, знаешь, как психа, которые делают друг друга больно. То есть, как бы, реально мы делали просто как бы... она кидает какой-то такой, именно, я не знаю, пипец именно, поэтому... Такой, а подумай вот этим. Я такая, о да, а теперь подумай это, знаешь. И типа из-за того, чтобы друга как-то попускать, то есть как бы, ну, то есть, как бы накал страстей как-то, чтобы, ну, гасить, у нас получилось наоборот. Мы как раздували угли друг друга. Это просто пипец было, потому что... Боже мой, какие фразы. Да, то есть как бы это был просто пипец, потому что, знаешь, это было очень-очень сильно, можно так сказать. И на самом деле... Очень сильно обштырило, в общем. Очень. В общем, иными словами. Да, очень-очень сильно, и фигня в том, что как бы никого не было в фэндоме, только мы вдвоем. То есть она сначала нас типа это очень удручала, а потом нас это типа, о боже мой, это еще хуже. Да. Это было интересно, и так такой... Слушай, я причем помню то, что были какие-то картиночки еще от Агли, если мне память не изменяет. Да, я готовила очень большой пост по поводу того, как отчет, как мы смотрели этого Терминатора, но я его так и выложила, да. То есть я просто забыла, то есть выложить его. Картинок просто нужно их доделать, типа, и потом кидануть, то есть как бы. А ты собираешься или все? Ну, я как-то нужен год прошел, но в принципе. Ну да. То есть как бы, на принципе.
Да, ну, можно, что... типа, как это, что-то да. Проностальгировать чуть-чуть. Ну да, это по всему, мы-то как бы не знаем все равно, для нас это какой-то свежий инфа, для вас-то уже там трижды там или четырежды уже вот, обдумано, да? Трижды-четырежды обдумано. Мы даже написали сценарий для пятой части. Да, причем, да, у нас как бы мы так взялись, написали по Ульфане, причем на... 3 часа утра, тетрадочки, ручечкой, нервным почерком мы писали... Blood Bunny для пятой части Терминатора. Причем у нас там был логический подход к да, у нас космическому там... АУ. Там все так логично было, что мы просто, я не знаю, это... И оно такое все было именно любовно сделано. То есть, именно... А прикинь, да, о, наши котятки и все. Это реально, ну... Было да, ужас. Похоже... Да, был похоже... Мне так стыдно. Что со мной было? Я же адекватный человек. Ой, да ладно. Что происходит? Мне было странно за то, что как бы я такое ощущение, именно, похоже, мне так и нравится. Мне просто оттуда нравится фраза, она просто олицетворяет весь фандом наш, когда Настя вдвоем сидим, смотрим в потолок, думаем о нем. Они. Такая, давно я не влюблялась, главное, нашла в кого. И все. Да, это было очень мило. Очень мило и очень больше похоже было на какое-то психическое расстройство. Да-да-да, я тоже, вот у меня сейчас противоречивые такие чувства. С одной стороны, я его слушаю, думаю, о, как это мило, а с другой стороны, ребята, да вы не подумайте. Господи, что с вами? Не, круто-круто, на самом деле круто. Я, если честно, даже вообще не ожидал, что так внезапно будет такой какой-то фанатство по франшизе Терминатора. Ну, конкретно по четвертой части, ввиду того, что там персонаж... Так не, мы такие... Я вроде не смотрела, это самое главное. Мне там... Ну, я там комиксы нарисовала себе по этому поводу, как мы начали смотреть. Типа, фу, типа, знаешь, садимся смотреть, типа, Маша, ты давай... Она неплохая, я была на ней в кино на премьере. Я такая, фу, что там, нету Шварценеггера, фу, что там это самое, фу. Потом, это что, Джон Коннор? Говорю, да. Так, играет Кристиан Бейл. Да, говорю, так, это Кайл Рис. Да. А потом началось тебе, Маша, о боже мой, посмотри, что это такое. То есть это реально, то есть это, ну... А мы такие разы смотрели, ой, так неплохое такое кино, да, неплохое, неплохое. Да, неплохое кино. Не так, а ну-ка, пойдем посмотрим на Тумблер что-нибудь. Пошли. Раз такие, ничего нету, ничего нету. И нашли там 3 клипа, кажется, да, по ним. И да. Все. У меня до сих пор есть в плейлисте песни, которые я с содроганием сердца слушаю. Короче, да, пережили влюблённость. Вот. Да, причем такую болезненную слегка. Какая прелесть. Да. Интересно. Я прям слышу в его голосе, типа, ебанулись. Тихо отключаю нас от стрима. Нас могут смотреть дети. Да, Маша хищник, буженина, а моя, бля, терминал. Так, я такого не говорила. Все, я больше не буду говорить. Больше и не надо. Вот, видишь. Представь себе, если там какой-нибудь кроссовер сделался между хищником и терминатором. Так, пожалуйста, не надо, не надо. Вот не говори такого на нельзя. Не запускай эту мысль в ее голову, пожалуйста. Пожалуйста. А мне потом страдать. Ей потом страдать? Так а ты мне будешь это тоже говорить, рассказывать. Ну, я пока держусь, видишь. Видела, как ты держалась, блин. Я пытаюсь рисовать. За руку мою, блин. Тихо, я рисую. Я никого не слушаю. Мы слишком много говорим. Да, и слишком мало рисую. Это к тебе не относится. Или ты тоже ничего не рисуешь? Не-не-не, я ко мне тоже... Пока мы говорим, ты тоже ничего не рисуешь. Да, да, и потому что я вас с очень большим увлечением слушаю. Какое, да в реальном времени. В чатике пишут: господа, вы упоролись, и это прекрасно. Отлично. А тут так реально, вот такой, тут такой прям массив информации, такой вот идет, и такой вот задумаешься, господи, как же зрители это все это воспринимают, это боже ты мой. Тут оказывается очень даже хорошо. Благодаря Владу у нас тут
стримсейшн, Ugly Blood, что-то тут перинг складывается между вами. Опа, 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 опачки. Влад. Да. Ой, как будто впервой. Оп, перинг складывается. Перинг впервой складывается. Или нет, подожди. Да ладно, прям впервые уж. Что-то мне не верится. Англи и Влады перинговали еще до того. До чего? Помню еще стародавние времена, когда Англи и Влады еще в первый раз перинговали. Ой. Как-то Юка так подозрительно молчит. Я не знаю, мне нечего добавить. Нет слов, понимаешь? Мне пришел кот и не дает мне рисовать. Вот же ж, блин. Бандит. Да. У тебя кот хотя бы, блин, приходит к тебе. О, да, это боль. Мне кот никогда не приходит. Ну, может быть, он вырастет и перестанет приходить. Кто его знает. Я кот никогда ко мне не приходил. Реально, кот ни разу ко мне... не в комнату он заходит, только потому, что здесь есть валерьянка. Странно, что мне в комнате делать валерьянка? Но, притягивает менее, кота. Да, она здесь. Да, когда мне хочется такая ловушка такая. Увидеть своего кота, я открываю валерьянку, и я его вижу. Открываю валерьянку и вижу кота. Вот такими глазами. Ой, простите. Тебе плохо? По-моему, наоборот, очень даже хорошо. Легко задыхаюсь. Меня обычно кошка, если ты на руки берешь, она сразу делает огромные глаза. Такие... Погоди, у тебя тоже кошка есть? Да, она не моя. Да вы все кошатники. Я собачатница, не надо тут. Собачий... Профис. Да. Тебя пугает. А? Да, у меня, да. Птичник. Пугает. А у тебя... Да, да. Птичник. Классно. Я собачатник, но мне попугай. Так сложилось исторически. Так сложилось, так просто получилось. Тут уже в чатике пэринг пикс-пикс. Пикс-пикс. Звучит даже хорошо. Пикс-пикс-пикс-пикс. Self-test. Или как это называется? Self-test? Боже мой, не такое есть. Сказал человек, который совсем недавно обсуждал хищника и тяжело, блин. Слышишь, так это хотя бы не self-test. Тут хоть разные действующие лица. Ланслер. Какие-то уже словечки прям пошли. Прям ну, вообще. Блин, вы не помните, было несколько лет назад, когда по Лораксу весь тамбер упоролся? По кому? Лоракс! Ну, кто про спасение? Блин. Кто? Кто? Сейчас я найду. Так, интрига в воздухе, так. Сразу в интервалом. Что? Что? Где? Да-да, чё, где, кто, а, и... Вот, да. Лоракс там, где волосатые деревья были? Да, по-моему, да. Интереснее. Так, на самом деле, волосатые деревья только больше дров в вагоне интереса подкинули. Самые отвратительные забросы в Google. На Хоткинс Яой. Ой, не надо, пожалуйста. Короче, да, на Хоткинс просто вбивайте в Google и смотрите. Фикс молоко. Че? Теперь банановый. Отлично, просто отлично. Не, хорошее сочетание, между прочим. Молоко и гречка, что может быть лучше? Лучше, когда они лучше без молока. Картошка с кетчупом, например. Картошка с грибами. Да. Да, кстати говоря, картошка с грибами это очень-очень. Рис с яйцами. Рис с яйцами? Да, жареный. Жареный. Жареными яйцами, вареными яйцами. Жареными с яйцами. Жареными. Да ладно, советуйте. Да. А. Попробую, да. Сегодня попробую. Утром никогда не пробовал. Я обожаю с томатным соком. Это просто пипец. Я так томатный сок. Рис люблю. С томатным соком. Я томатный сок могу просто так вот его пить литрами. Господи. Домашний, это просто моя тайная страсть. Ну вот уже не тайная, но в принципе страсть. Вот уже и тайны нет. Слушай, а покупной томатный сок? Он больше похож на томатную пасту, которую разбодяжили водой. Домашний томатный сок. Да. Слушай, ни разу не пробовал домашний. Вот я вот именно вот эту вот пасту разбодяженную водой только пробовал, поэтому у меня такое немножко... Домашний сок это... Нет, это совершенно другое. Оно типа ничего, разбодяженная паста, пока ты не попробуешь домашний сок.
После того, как ты попробуешь домашний томатный сок, сразу как-то и вроде... Вот такой, ну фу, не надо, да? Ну да что вы тут? А мне норм. Так и так. Ну, это универсально. Универсально. Без томатного сока не пропаду. В принципе, никто не пропадет без томатного сока, но... Что-то так тяжко вдыхаю. Чего я так тяжко вдыхаю? Господи, ладно тебе. Чё, всё хорошо же? Всё хорошо. Всё будет хорошо. Да не то, что будет, сейчас хорошо. Сидим, рисуем, приятно общаемся, да, все хорошо. Так подуспокоились чуть-чуть, я уже чувствую, мне перестали руки трястись. Ну да, кстати говоря, скоро уже час ночи, поэтому тут, да. Надо будет решать, продолжим от двух или... Да-да-да, ну там уже ближе к часу ночи, я думаю, вопросик скинем, там уже решим, посмотрим. Ну до часу ночи осталось 20 минут. Ну да, да. Ребятки, если в следующий раз я буду с вами стримить, то только с вёбкой и что-то traditional делать. Вёбка? Почему так? Отлично. Потому что я, сейчас меня просто на самом деле на digital не стоит вообще никаким образом. То есть как. Слушай, а может быть тебе как-нибудь, знаешь, вёбку очень хитро выраженно, да, осуществить через телефончик, может быть, как-нибудь? У тебя смартфон какой-нибудь, наверное, не получится? Не тот телефон. Okay. И не того года телефон. Да, можно на тапочек снимать с тем же успехом. Фотографировать, говорят, можно даже на ведро. Можно. И звонить по батарее. Увлекательно. Блин, у меня просто так хреново traditional получается. Я не рисовала traditional, наверное, вот с тех пор, как купила себе планшет. А до этого я никогда не рисовала. Это вот говорит человек, который буквально пару дней назад нарисовал шикарнейшую просто жопушку в традиционале для Инктября. Просто я эту жопушку, я как ее увидел, я, знаешь, листаю ленту твиттерскую, да, листаю, и тут просто бах! Она мне прям в глаза так озаряет, мне прям все свет. У меня аж все потемнело просто в глаза, просто настолько все прям круто прям получилось, прям ух, прям ухватило, понимаешь? Ох, ты ж боже мой. Да, все так, все так. Жопа у меня получается. Ну, у меня просто были хорошие референсы. Ну как референсы, насколько они возможны в традиционале. Бульк. Сорян. Ты что, там выпрыгнул или? Не-не-не, наоборот. Употребил, но... Да, спасибо, что молодец, он употребил, можно закончить. Я кое-что тут употребил, спасибо. Да не в том смысле, господи, это может мой. В следующий раз надо вино. Я буду очень веселый стрим вести тоже. А ты вино любишь? Нет, не люблю. Но будет, тем не менее, все равно весело. Вот, не, а серьезно, а я так и не понял, Влад, а тебе какие все-таки спиртные напитки-то ближе к душе-то, собственно? Текила, ром. Могу вискач выпить, в принципе. Ну, отлично. Могу этот, в принципе, вино пить. Ну, если хорошее вино, то, в принципе, почему бы и нет. Так, понял, обрисовал примерную карту. Могу пиво, да. Люблю Бейлис еще. Бейлис, в принципе, все любят женщин. А это что? Я что-то это не встречал. Кофейный ликер, по сути дела. А-а-а. Он хороший такой. Да, Бейлис хорош. Я, в принципе, много чего могу пить, на самом деле. Например, все. Да, в общежитии было все. Отлично, отлично. Да, общежитие страшная штука. Хотя я там не жила, но я там очень часто отвисала, когда училась. И помню, что там как-то вот то, что наливали, то и пили. Один раз у меня случился шок. Что давали, то да, и было. Да, так реально, мне налили какую-то настойку, которую купили где-то вообще непонятно где. Боярышника? Не помню, там была какая-то бабушка на, типа, на этикеточке. Такая бутылочка небольшая там, в общем, помню, даже в аптеке его купили. Ого. Вот, ну, мне, короче, себе, налили маленькую как рюмочку. Я такая, типа, чувствую, пахнет вкусно, такая... В общем... Когда оно прошло по моему пищеводу, мне показалось, что у меня больше нет пищевода. Никогда больше. А потом я посмотрела на этикеточку с другой стороны, и там было написано, что там 70 градусов. Ого!
Ну ни хрена себе. Да, и в общем, после этого я читаю сначала упаковку, а потом пью. Пикс не скрывал радости в голосе. Ничего себе, наверное, больно было, да? Скажи подробнее, как ты заработал от вас пищевара. Не, на самом деле это правда, это очень интригующе, правда. Я никогда настолько крепких напитков пока еще ни разу не потреблял, насколько я помню. Я тоже не знаю, да, больше и до этого, и после этого. Слушай, да, забавно, забавно. Агли, скажи мне, пожалуйста, вот посмотри на этого хышника, в смысле на буженину. Ну, скажи, мне стоит на нем сделать серые тени? Или хрен с ним, и пусть он будет в графике? Ты можешь, знаешь, что сделать с ним? Ты можешь ему серым сделать такие, типа, как пятнышки на коже. Ну, типа такие. Идеально, точно. Вот. Тебе не надо. Сделаю, сделаю. Отлично. Тени оставьте себе. Кого-кого и у нас их своих хватает. Тени. Тени? Делайте бы теники, фиолетовые лучше или зеленые? Да, я только представила себе, как в коралловой помаде. Коралловой помаде. Вообще с коралловой помадой. Я видела все. Ой, кстати, когда на Комиконе были, у вас по баблу было много косплея? Слушай, ну... Достаточно, я даже не знаю, много ли или немного, но да, достаточно было. Там где-то, я, наверное, десяток, наверное, косплееров смогу, в общем-то, насчитать. Я не знаю, насколько это много, но по мне вполне себе так было. А кто в основном, кого в основном косплеили? Ну, в основном Олег, ну, из Майора Грома как раз такие персонажи, как это ни странно, да. А ввиду того, что мы стартовали кроссовер, был по кроссоверу косплей, еще там была Сварджель, там был Кутх. Там были еще девчонки из Бесобоя, это, я так полагаю, уже по дизайну Насти Фобс, да, которую она вот рисовала и выкладывала у себя в ниничке и в остальных ресурсах. Вот, вот этих вот ребят помню. Еще было много Лиль из Экслибриума. Да, я думала, это одна Лили, короче, в разных костюмах приходит. Да-да-да-да-да. А на самом деле их, по-моему, даже больше было, если честно. Их там, по-моему, тут чуть ли не 3 или даже 4, может быть, было. Даже 4? Да-да-да. Может быть. Серьёзно? Я тебе говорю. Вот, и, в общем, короче говоря, дофига просто было косплееров. Больше десятка, в общем-то, я сейчас так подумал, больше десятка, наверное, наберется. Это реально очень круто, очень вдохновляет. Очень круто. Блин. Не, серьезно, когда ты видишь косплей на персонажа, которого, там, допустим, ты нарисовал, да, и это просто... А метеор не было? Метеора в этот раз не было. Девочка, которая косплеила метеоров на прошлом Комиконе, на прошлых мероприятиях, она в этот раз косплеила Фурию, к сожалению. Ну, для меня это было такое небольшое огорчение, но... К сожалению, потому что плохо, или к сожалению, потому что ты хотел метеору? Второе, потому что Фурия у нее получилась замечательно, мне очень нравится. В принципе, очень девочка такая эффектная, у нее еще эффектная форма, и сама по себе выглядит просто потрясающе. На ней любой костюм просто потрясающе будет выглядеть. Вот, и поэтому Фурия, она очень гармонично получилась, но мне лично жаль то, что она в этот раз не в качестве метеора выступила, потому что костюм метеора у нее... Она, кстати говоря, сама его шила, сама все это сделала. Ну, обычные косплееры сами и делают это все. Да. И когда просто видишь вот этот вот результат, то, что как бы косплеер, вот, ты видишь вот этого человека, да, вот в этом костюме. Ты понимаешь, что этот костюм он сам, собственными руками он сделал, да, и он сам в нем ходит. Ты прям проникаешься каким-то невообразимым просто уважением к этому человеку. Особенно если там какой-то невероятный косплей какого-нибудь там супер-убер-дизайна, да, просто вообще вау. Вот, на меня очень большое впечатление произвел косплеер, который косплеил монстра из BioShock Infinite. Может быть, кто-то помнит, там были такие чуваки с трубами возле ушей. Они ближе к концу игры появлялись еще. И я увидел чувака, который косплеил вот этого чувака, и, извините за тавтологию, и, блин, это было просто что-то с чем-то, это реально мировой уровень. Просто, знаете, вот серьезно, вот в среднем, если по головам смотреть по косплеерам, которые были на мероприятии Комикона, какое-то невообразимое совершенно качество. Просто я совершенно не ожидал то, что у нас, во-первых, есть вот такие вот умельцы, которые умеют работать с материалом, да, чтобы достичь таких результатов. Да дофига! Реально, да, очень много умельцев, мне где-то все показывать. Ну, типа, куда в этом, ну, как бы, разве что фотосессии, но их же все не видят, ну, как бы. А тут есть куда прийти, наконец-то. Да. Есть кого показать. И всю эту красоту, да, показать людям, сфотографироваться с людьми, это просто невероятно. Серьезно, я вот когда был на Комиконе, я...
не могу вспомнить ни одного плохого косплея. Были, конечно, шуточные косплеи, там кто-то там напялил на себя, там, допустим, там, костюм рака. Да-да-да, костюм рака там, например, или костюм анонима, типа там вот картонная... В тапочках. Да-да-да-да, в тапочках, да, в халатике. А в остальном, ну их было очень мало, а в остальном просто потрясающий косплей. На самом деле, я проникаюсь неимоверно глубоким уважением ко всем тем ребятам, которые тратят свое время и все человека-часы, да, вот на свои костюмы и ходят в них. Реально, они очень большие молодцы, очень все это круто выглядит, и я так думаю, то что, блин, серьезно, о наших косплеерах заговорят, наверное, во всем мире, серьезно, просто реально, очень, очень хорошее качество, очень круто. Ну, как-то... Выдыхай. Да. Блин, это, конечно, да, это клево. Я помню, один раз у меня случился шок, когда мы пошли на Хэллоуин-клуб с Сашкой Кладбищем, там, со всей этой компанией. И меня там выловил чувак, который сделал косплей на моего персонажа. Ого. Тупо сделал, ну, как бы на моего Наха, типа, прическа один в один, он желтые линзы одел, он надел меховой костюм, даже перемазался весь кровью специально. Он просто, он меня когда выловил, я такая на него смотрю, такая... Ты ли это? Скажи, вот скажи, вот какие вообще впечатления, ощущения от того, то, что ты видишь собственного придуманного персонажа живьем, вот то, что его исполняет живой человек. Я стараюсь не материться сейчас, понимаешь? Переполнение эмоций такое, да? Да, реально, у меня сначала какое-то такое... Да я же даже не знаю, как это описать, это ощущение, когда ты смотришь, такой, что-то я тебя знаю, потом такой, нет, я тебя не знаю, я знаю вот это вот, и такой, это мой персонаж, откуда мы знакомы, и просто, ну, блин, неописуемо. Это правда, это правда. Я еще приплюсую здесь небольшую такую эмоцию, то что всегда как-то, вот когда видишь косплеера, ты воспринимаешь его, откуда этот персонаж, или то, что, о, я этого персонажа знаю, и только потом вот уже, когда допирает до себя то, что это твой персонаж, это правда просто... Сначала было такое, мы знакомы, типа, я его откуда-то знаю, потом... Окей. Нет. Я знаю другое. Все, блин, это очень. Все, да. Тут просто взрыв происходит. Да. Эмоции и всего-всего, что только можно представить. Да, это было прекрасно. Внезапно и прекрасно. Так, я пока остановлю трансляцию. Да он, что ты? Ты все еще рисуешь это в материале или что? Да я сейчас сканер, отсканирую быренько и все. Ага, окей. Я просто как бы... Что там у нас? Прикольно как-то сидишь, рисуешь и разговариваешь. С людьми, которые тоже рисуют. Интересно. Не, просто, не... Почти как на сходке, только... Да, да, только... Ну, не, просто как раз ощущение, когда ты рисуешь этот... Еще на учебе так было, по-моему, нет? Или вы где о, учились? Да! Боже мой. На учебе точно. Сразу на учебе. Не, мы на учебе так, как там все обычно наушники надевали себе и... Угу. Сэм щит. Но когда снимаешь наушники, ты как-то включаешься в разговор, бывало. Угу. Тут ну, ищу тян, который нарисует себе шрам на щеке и заплетет рыжий хвост. What? Это просто я смотрю здесь. Этот. Кстати, Агли, когда у меня грудь была меньше, я хотела ее косплеить. Маму Джи. Шо? Смотрю это... на грудь мамы Джи. Да. Хм. То есть сейчас сиськи большие и нельзя косплеить. Запрещено закон. На самом деле все легко решается с помощью утяжки. Зачем? Чем? Да, по мне как-то я свою утянула. Это было очень странно для фотографии. На самом деле дышать было трудно, мне еще сказали, на, тебе нужно для эффекта покурить. Я такой, стыжа. Ох уж эти девочки, у которых есть сиськи. Маша. Что? Я вообще, я довольна, что мне не надо ничего утягивать. Это так прекрасно. Так, вот такой вот, в общем-то, хищник получился. Сейчас попробую его продемонстрировать. Что там и как. Черепули. Да. В окружении черепуль сразу становится все лучше. Все так, на самом деле, не знаешь, что рисовать на фоне, рисуй черепули, и все. Черепули решают. Да, абсолютно. 90% случаев они выстреливают прям вот как надо. В любой непонятной ситуации рисуй черепули. Все так.
Ах, какой красавец мужчина. Чузи. О боже, какой мужчина. А, ну все, теперь я уже видела Дэдпула в исполнении Пикса и Хищника. My life is complete. Не-не-не, еще не is complete, потому что надо нарисовать Дэдпула вместе с Хищником. Да. Вот тогда будет комплит, мне кажется. Когда-нибудь я обнаглею окончательно и попрошу тебя нарисовать кого-нибудь из моих персонажей, и тогда... Вот тогда можете меня выносить сразу просто. Отлично, отлично. Просто сразу. Так, между делом, в декабре день рождения. Так. Понято. Намек понятен, который нифига не намек, но тем не менее. Так, у меня осталось в реквестах Fire Emblem и Хан Соло на волосатой лягушечке. Ну, если тебе не прет волосатая лягушечка, может. Вдруг такое случится, и тебя не прет. А киса. Киса, точно, киса, киса, киса. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте-ка кису порисуем. Ага, значит, консола, блин, самые жопы будут. Она волосатая лягушечка, Настя. Чего ты ждала? Действительно. Я даже боюсь представить вообще, вот, что я изображу, когда буду изображать волосатую лягушечку. Просто представь лягушку, но волосатую. Тут просто на самом деле очень прикольная вещь. Ты можешь сделать же не целую рисовать лягушку, а часть ее. Самую выгодную часть лягушки. Ой. Что? Ну такая типа ножка. Бедрышко. Отлично, отлично. Самая выгодная часть лягушки — это бедрышко. Кстати, кто-нибудь из вас пробовал лягушек? Да, было дело. Да, и как на вкус? Только не говори, как курица, пожалуйста, блин. Как курица. Серьезно, как курица. Курица — это постное мясо, не имеющее вкуса нормального. Да, серьезно. Чем приправишь, такого и вкуса. Да. Возмущена. Абсолютно. Все зависит от специй и в чем оно варилось. Если как бы просто сваренные лягушечки, то как курица. Ой, блин, сейчас бы каких-нибудь моих продуктов бы. Ой, да. Крабов. О, блин, у нас постоянно прикол, только когда мы смотрим какие-нибудь, ну, не знаю, как у Маши, допустим, меня, когда я смотрю какие-нибудь страшилки или триллеры про подводных жителей или про подводных чудовищ, у меня сразу слюноотделение, потому что это можно нормально приготовить, я такой сразу... Это было, когда я смотрела Pacific Rim. Смотри, они такие щупальцами, такие вот выползают из раковин, типа, ну, не из раковин, из разлома, типа, и такой сидишь, такой... С лимончиком бы пошло. Да, вкусненько бы было. Да с пивом бы ты. Эх, ребята, пожалуйста, хватит. О каком реквесте в комментах к стриму речь? Ну-ка, ты что там? Что там? Ого. Что? Поешь мне тоже посмотреть? О, очку. А чей был реквест? Что за Джи? Акари, а поясни, пожалуйста, что за Джи? Это мой персонаж. Если я правильно поняла. Самая волосатая часть лягушки. Выполнил к слову. Я люблю курицу. Спасибо. Это тоже отличная идея. Так и поспешу в следующий раз. Элис Лидл, тогда обязательно попробуй лягушек. Ой, кстати, а Матри, как они называются? Блин, забыла слово. Улитки. Кто-нибудь улитку пробовал? Блин. Еще одно мое желание попробовать. Мне хочется попробовать устриц, лягушек и улиток. Ну и еще я хочу попробовать тараканов, на самом деле. Я вот просто с языка сейчас сняла. Только я хотел сейчас спросить. Да, тараканов. А жареных? Жареных карамели я бы хотела попробовать. Наверное, вкусные. Вот, да. What? Определенно, тараканов карамели, да, это, безусловно, да, очень, да, вкусно. Надо. Слушай, Влад, короче говоря, когда ты соберешь все вот этот марафон, вот всей этой живности устраиваешь, да? Ты же понимаешь, что я не буду их дома делать. Вот это было немножко как минимум. Я просто на самом деле, вот есть тараканы, которые как бы, ну, есть большие, эти мадагаскарские, это шипящие. Есть просто, и есть домашние. Они всё шипят, кстати говоря. Ты трогала их вообще? Да, у нас пару раз жили они. Отлично. И сбежали, потом из-под холодильника вылазили. Они такие медленные, такие вылазят. Да, они очень слоупочные, правда. Я просто не люблю, которые тараканы именно вот, которые обычно живут в квартирах, вот эти вот такие мелкие, быстрые. У меня просто, на самом деле, у меня после общаги, у меня на них нервный тик, только это из разряда, когда ты видишь, что что-то краем глаза, что-то по стене ползет, сразу до тапок.
И это просто на уровне рефлексов, и каждый раз, когда видишь, ты дергаешься аж. Да, такое. Не люблю все так. Все так. Я максимум саранчу пробовала. Ого, и как? Ну как, как... Как курица. Креветка. Да. Как креветка, начиненная пережеванной травой. Хуяво, в общем, извиняюсь. Не очень вкусно. Ну, экзотично. Главное, что попробовал, сказал, да, что было в моей жизни. Интересный период. Слушай, интересно, какие улитки на вкус, а? Прям так вот, интересно. Вот, блин, стало. Наверное, вкусные. Они аж сейчас... Да. Мне почему-то кажется, что они похожи по вкусу на резинки какие-то. Или на гребешки. Нет, вот гребешки, они такие, типа, супер мягкие, а улитки, мне что-то кажется, наоборот. Они такие, типа... Как... Не супер. Как будто жуешь пенопласт. Ну, то есть не пенопласт, а... Блин, не знаю, как объяснить, короче. Надо интересно. Попробовать. Интересно. Попробовать пенопласт? Нет. Удивишься, но пенопласт я пробовала. Для того, чтобы ощутить... Вот интересно, как вот, и как на вкус, как пенопласт. Да, кстати. Как улитки. Круг замкнулся. Вот а улитки как лягушка. А лягушка как курица. Смотри, мы все пробовали. Мы все знаем, мы все попробовали в этом мире. Да, посредством. Что-то рисую я, котика рисую, и получается пуш какой-то. Что? Мне надо получить... И, кстати говоря, ребята, сейчас, между прочим, час ночи. Скажите, пожалуйста, какая у вас боевая готовность для того, чтобы продолжить дальше немножечко еще постримить? Как у вас, настроение есть? У меня норм. Я мне очень норм. Медленно. Я ну, медленная слушай. Тоже. Я сейчас сделаю. Хорошо. Я могу еще часа два сидеть и рисовать. Отлично, отлично. Короче говоря, давайте договоримся так. Вот сейчас вот еще полчасика постримим. Если настроение не спадет, то прям попробуем прям по-боевому прям часик еще отстримить. Давай. Прикольно. А давай. Хорошо, хорошо. Что-то как-то прям даже хорошо сидим, прямо. Да, все вообще... подуспокоились. Мне так нравится, что все успокоились. А то сначала, знаешь, мы типа такие ворвались. У меня такое ощущение. Надо на фон именно поставить такое. Эй, на меня смотрят тёлки. А сейчас уже так все так сидят, что-то рисуют. У меня да. Что-то вроде даже начало получаться рисовать. Уж даже и темы какие-то такие более объяснимые, да. Такие прям пошли. Слушай, Юг, а я правильно помню то, что котика зовут Котян? Да. Отлично. Ах, Котян, Котян. Где же ты сейчас? Ребят, вы сейчас все в Москве, да? Я да. Да, наверное. Нет. Нет. Я вроде бы знаю, Тош вроде бы из Питера или откуда-то там. Да, откуда-то там. Откуда? Ну, они все там откуда-то там. Мы все откуда-то там. Ясно. Ничего страшного, вообще сама из Запорожья. Сама я из Запорожья. Так что? Ну, местные. Алю, пошли. Нет. Да, пора тебе уже переезжать. Мне? Да. Что? Кому? Владу, Владу. Да, да, вот сейчас тебя Маша берет. Тебе пора переезжать. Я подумала. А что, а куда, куда, Влад? Куда ты собираешься переезжать? Нет, не в Москву. Я думала в Киев. Ну, там просто на самом деле поближе будет... поиском работы. А ты точно к нам не хочешь, потому что поиск работы точно будет? Нет, я ненавижу Москву, мне она не нравится. Никаким, никаким проявлением она мне не симпатична, просто. Просто, ну, там жопно для меня, мне кажется. Понятно. Исчерпывающе. В Москве там жопно. Честно говоря, так всегда... Не понимаю, когда люди так хейтят Москву. Мне тоже всегда все рассказывают, что Москва такая херовая, там люди такие хреновые, все так очень плохо. Дело не в людях. Я как раз не против людей ничего нет. Да, сам город какой-то сильно здоровый. Ну, мне так просто кажется. Как бы... Не то, чтобы я и ненавижу, но там очень как-то неуютно. Хотя я туда систематически езжу вот, к родственникам, к друзьям. Ну да, как-то более судеб, так получается, что ты частенько, в общем-то, к нам заглядываешь на свой. Ну, вот хотя недавно был перерыв.
Да. Ну, то есть это вот я начала ездить, обычно я такой не ездок, диванный такой человек. Слушай, Агли, вот скажи мне, чтобы и заодно меня как бы сориентировать в этом отношении, ты когда собираешься и собираешься ли вообще в Москву в следующий раз? Я бы вообще хотела съездить, когда будет тепло. Типа весной. В конце весны, может быть. Ну, как-то так. Конечно, не сильно жарко, но уже типа не очень холодно, потому что дубняк я вот ездила в прошлом году в начале февраля. И было весьма прохладно. То есть сильно не погуляешь, а дома сидеть скучно, а по пабам дорого. Ну, то есть. Да, кстати, в этом плане Москва немножко очень... Да, то есть надо гулять именно, но если приезжаешь в Москву, то гуляешь с друзьяшками где-нибудь по городу. А по городу гулять только в определенную погоду можно. Это правда, это правда. Понятно, буду тогда ориентироваться. Да, думаю, что где-то вот весна, это как раз то самое время, когда можно и в Москву подрулить. Я еще хочу в Питере побывать, ни разу не была в Питере. Ой, там замечательно, просто замечательный город. Вот я вот как раз вот блат свидетель, я там был вот в первый раз вот в августе месяце. Вот, и я под очень глубоким прям впечатлением, прям до сих пор прям нахожусь сейчас. Просто потрясающее, что-то потрясающее. И там подешевле, чем в Москве. Вот, кстати, говоря, знаешь, вот не заметил, но я могу сказать точно, что там дешевле. Там вкуснее пиво и там вкуснее порции в кафешках. Ну, в общем, значит, тебе нужно во Львов. Ого. Я так думаю, да, но тебе нужно приехать. То бишь там еще щедрее. Ну, во-первых, там по ценам... Ой, боже, я вспоминаю львовские цены и просто да, плачу. То есть, как бы, это... Возле батареи. Прикованная к батарее. Да. Ой, да. Там можно... Ну вот мы, когда ездили последний раз во Львов, это было... Когда это было? Недавно. Полгода назад, да? Весной. Весной, да. В общем, короче, мы в одном шикарнейшем заведении, там, где мясо и пиво. Там стейки чудесные. Львовская ресторация «Мясо и справедливости» она называется. И там мы съели... Короче, каждый по здоровому стейку, каждый по тарелке овощей гриль, причем такой щедрой тарелке овощей гриль, и каждый заказали на весь стол 4 литра пива. У нас было 5 человек, и за все это каждый заплатил чуть меньше $10. Ха. Неплохо. Там, вполне себе, да, вполне по цене, себе. По, допустим, по жилью, там на, вот я жила в комнате, ну, в квартире, маленькая такая квартирка, она очень в центре, то есть удобная, все, мы там втроем были, и там, если посмотреть, $15 в сутки, это максимальная, кстати, цена, которая, когда, по сути дела, это в этот, называется, в сезон, ненормально, хорошо, то есть, в принципе, по деньгам там... Удивило, скажем так. Так что, welcome. Да, правда, да, очень, ехать, очень завлекательно. Надо собраться все вместе и там, типа, как типа пересечься прямо там. Да, тусануть. Да, гульнуть и разъехаться. Вот, кстати, вот говорю, да, приложение крайне хорошее. Торшек и Юка, вот как вы смотрите на такое, кстати? Львов? Да. Боже мой, я не знаю. Когда? Когда? Ну, сразу так. Все там. Так это, нормально. Да, почем пиво? Нормально. Вот как вот сейчас у всех говорят, когда потеплее будет? Да, после весны, а? Как вы думаете? Чего ж вы все не любите ездить зимой никуда? Действительно. В Карпаты можно поехать, покататься на лыжах. Кот упал. Печалька. Ну и ладно. А куда можно зимой, кстати, поехать? Так что в Альпы. Швецию. На Кипр. В Таиланд. В Таиланд. Да, Таиланд просто, да, беспроигрышный вариант. Ой, да, я бы поехала. Вот я здесь делала. Это так более бюджетно. А, ты зимой ехала, да? Да, в январе, типа, ко дню рождения. Куда? Ты чё и как, расскажи. Ну, там прикольно, чё, море. Всё нормально, Артём бы там жить остался. Вот этот. Самуи. Вот. Там было тихо, прикольно, там не очень дорого и дружелюбно достаточно.
Ну, у меня только единственное, климат я не очень хорошо восприняла. У меня под конец как-то какие-то головные боли опять начались, не знаю. Давление скачет. А, еще был прикол, к сожалению, там половину нашего курорта были дожди. Ого. Мы так расстроились. Победитель так. По жизни. Да. Приехали на море, а там ливни тропические. Блин, на зиму хорошо уезжать зимовать куда-нибудь в Индию или в Таиланд. Ну вот реально. А в Индии, кстати говоря, кто-нибудь был? Я была. Нет. Ой, чё и как? Ну, в Гоа хорошо. Mm-hmm. А в остальной Индии делать совершенно нечего. Ну, то есть, если ехать, сразу в Гоа надо ехать. Mm-hmm. Ну, что-то через Дели, как бы, потому что в Гоа сразу прямые рейсы дорогие. Едешь в столицу, оттуда берешь поезд и фигачишь в Гоа, все, типа. И там шикарственно. По ценам просто песня-сказка. Ну, да, имеет смысл ехать сразу где-то на месяц. Да, то есть на меньше не очень долго. А почему? А почему? Ну, я, например, долго вникала в атмосферу местную, как бы. О, господи, о, извините, секундочку. Ввела в гугле Ангелина Эксли. Первое, что выскочило, чернила. Слэш, ее фанфик по фэндому Экслибру. Спасибо. Все. Это успех. Да. Спасибо. Извини, что... да. И в картинках у меня почему-то Майкл Джексон высветился. Что? Вероятно, это чья-то аватарка. Ну, ничего интересного. Так, надо найти референсы на Ангелину Ивановну. Не хочешь кину, кстати говоря? Они у меня относительно под рукой есть. Давай. Окей, хорошо. А я собаку дотяну. Сейчас вылезу. Ночь на дворе, пёс в конве. Тихо в лесу. Эх, нет, не смогу тебе сейчас референс. Обманул. Да, что-то прям рабочий компьютер мой почему-то недоступен. А ну-ка, паблик, что ты мне сделаешь? Так, а я вообще сейчас, вообще, запись у меня идет или нет? Потому что я уже включила, на самом деле я давно включила трансляцию, но, видно, не подгружается. Да, а хотя, я вижу Твиттер сейчас с твоей стороны. Очень странно, потому что Твиттер я только что открыла, а вот я зашла сейчас только что на Ютуб. Смотрите вот. Да, вот сейчас вот да, вижу то, что ты в стриме тыкаешься. Да, но тут ни хрена я ни хрена не вижу. То есть у меня тут только черный. А сейчас я вижу фотографию Майкла Джексона. О, она пропала. Ну, короче, сейчас вот у меня показывается то, что ты там все тыкаешься, тыкаешься, а вот сейчас вот черный экранчик у тебя должен уже смениться, наверное, на что-нибудь. Нет, ну, уже не меняется. Части. Не меняется? Нет. Ну, так должно. Сейчас скоро, сейчас вот. Вот сейчас вот. Кстати, Пикс, что это за... А, бляха, муха, лепитую налево. Обложка! Господи! Обложка твоя последняя, на ней кто-то изображен. Кто это? Это из Экспо. Ты не знаешь Мюнхгаузена! Тю, так я не знала, что это он, блин. Так это ж он же. Я не читала последние Экспо. Поэтому... Не, ну там просто это, там сама внешность Мюнхгаузена была взята с внешности актера, который играл в фильме. Так вот нашел, что он мне напоминал. Вот. Блин, мне нравится, как оно сделано. Блин, у тебя обложка, да, Эксли. Да, мне очень нравятся последние обложки к Эксли, вообще офигительные. Такие именно с белым фоном, оно так прикольно смотрится. Ну, то есть, нету нагрузки сильно большой. То есть, как бы, ты смотришь именно вот как плакат, но прикольно очень. Да-да-да-да-да, вот, собственно, да, я пытался достигнуть вот этой плакатной такой тематики, чтобы оно ощущалось прям. Слушай, приятно, на самом деле, спасибо. Прям, ух. Пожалуйста. Молодец, хорошо рисуешь. Ей! Подожду, кстати, очень хорошо смотрится. Да? Я говорю, подтверждаю, что очень хорошо смотрится, да. Так, о, господи, паблик. Где здесь найти... Спасибо, ничего не... секундочку, Пикс, а что вы там будете экранизировать? Майора Грома! Ты так это мощно сказал? Да, потому что... Да, и мы тебя пригласим, наверное, куда-нибудь, когда-нибудь, чтобы плакатик хотя бы нарисовать. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь, что это будет.
Сейчас немножко было очень небывающе. Так, я сейчас смотрю. Не, а на самом деле, тебе интересно было бы порисовать нам, ну, там, какую-нибудь иллюстрацию для фильма нашего будущего? Ой, когда это у вас будет, тогда это и будет. Ой, слушай, это... Когда будет, тогда будет. Да, я тебя понял. Хорошо, хорошо. Ближе к делу, тогда уже это. Блин, я хочу почитать, что там, блин, с соловьем случилось в этом Эксли. Интересно. Да, еще мне нравится. Слушай, а ты Экслибриум вообще читала? Читала. Ты что, и как тебе? Нравится? Мне нравится. Одна из моих любимых линеек. Хорошо. Ну, это правда, одна из самых мощных вот наших вот линеек. Ну, просто мне нравится она такая сказочная, то есть, как бы, еще мне нравится очень, как Мейс делает лайн. Это просто вот... Мне очень, очень прет, как говорится, блин. И вот это классные твои обложки последние. Клево. Такие подходилы, такие... Клево, клево. Да. Что у нас тут, где... Я просто зашла тут по тегу Экслибриум, и сейчас смотрим. Лиля, много Лили. Лили, соловей, Саша, Лили. Лили, мультипаспорт, Корбандал. Такое. Кстати говоря, я, может быть, сейчас попробую засумонить Мейздас, может быть, она закинет пару референсов как раз на Ангелину. Тоже написала, что она отвалится. Отвалится? Да, я, наверное, отвалюсь. Почему? Сейчас, сори. Так очень классно, ты написал об этом в чате, чтобы потом прочитала. Я тут сижу, делаю параллельную еще штуку, поэтому. Ты делаешь какую параллельную штуку, ты делаешь? Есть одна штука. Ёшетная штука. Какая штука? Блин, какой онлайн, охренеть. Да-да. Бля, как мне нравится. Что? Ну... Тут, не знаю, видно мне на экране, потому что... Видно. Очень-очень клёво кадры из Эксли. Вообще супер. Да, на самом деле, сейчас вот Мейздас, она нашла совершенно потрясающего колориста, и у них сейчас просто невообразимая, поднебесно замечательная просто команда художников. Такое ощущение, как будто как в традишке немного рисуют. Такое ощущение, как, не знаю, как будто акварелькой это сделали. Очень-очень-очень-очень клёво. Супер просто. Не знаю, мне нравится. Ты прям чувствуешь такой прям материал такой, знаешь, там прям такое ощущение интересное. Блин, не знаю, очень-очень нравится. Так, может быть... Я же ничего не читала вообще. Если... Как лох сижу. Господи! Надо просто, блин, попытаться вбить, чтобы все было нормально. Да, просто вбей, реально, Ангелина Экслибриум. Наверняка что-нибудь там такое будет более адекватное. О! То, что нужно. Да, есть вот тут. Вот. Отлично. Добрый вечер, мальчики, сказала стареющая баба в пеньюаре. Стареющая в пеньюаре. Да. Так. Отлично. Бабуля. Что-то вот тут скинули. О. Торш ушел. Ну, время уже такое позднее. Люди... Ну да, да, тоже верно. Тоже верно. Мы знали, на что шли. Наверное. Боже, как же я медленно рисую? Что такое? Ой, не надо. Это мысль каждого из нас сейчас, вот в данный момент, просто вот реально, просто вот... Ты уже третью картинку рисуешь, молчал бы. Да, так что не надо. Окей, хорошо, все, молчу. Тебе запрещено говорить такие вещи в нашем присутствии. Блин, лучше в следующий раз возьму за то, за что я обычно лучше все получается, бабки, и буду быстро себе все купить. А то как-то... Надо в следующий раз, если будет в следующий раз. Я надеюсь, если нас после этого позорного этого эфира пригласят, то, в принципе, да, можно. Не, а серьезно, кстати говоря, вам как, норм, если мы вас позовем еще раз, не будете против? Может быть, я просто то ладно как-то задавать вопросы, как чтобы они звучали очень плохо. Да, нам будет нормально. Мне, по крайней мере, будет нормально. Маша, а тебе? Мне ок. Отлично. Все. Я просто первый раз, поэтому извините. Да ладно. Так все получается через какую-то жопу.
Да, норм. Опять кругом жопа. Ну. Блин, опять пупенс. I tried. Мне надо звездочку. You tried. За старашки. По старашке, да. По старашке как-то там звучит, прям как-то, не знаю. Ну, я мне не буду. Значит, бабка, хер его знает. Просто что-нибудь порисую. Я ж не обязана выдавать сразу картинку. Я ни разу, конечно, ни разу же устраивала стрим, у меня ни разу не получилось нормальной картинки. Ты имеешь в виду, чтобы прям от А до Я прям законченная такая прям получилась? Да. Еще. Да. Ага. Вот у меня, кстати говоря, тоже ни разу такого не было, чтобы прям за стрим прям сел и прям до конца прям бух, и все, и прям чтобы с цветом, прям чтобы со всеми этими делами. Тоже никогда не было. Ой. Молчи. Окей. Да, ну ты реально, то есть как бы очень странно это слышать от чувака, который сидит такой, ой, сейчас сделаю охуенчик, и еще раз охуенчик, и еще раз. Что, еще время есть, еще 20 минут есть, я еще сделаю один. Да, еще один. Да, ну мне тоже ничего не получается, ладно, ребята, ты такой сидишь именно. Вот на самом деле вот сейчас вот Акари в чатике очень правильно вспомнил про Озича. Озич вот он мега продуктивный. Он просто молчит и просто делает, просто рисует. Просто он молчит. Да, и еще сразу у него там прям сразу там за один стрим, ну, там рисунок 10-15. Ты очень корректно произнес фразу «не разговаривайте», блин, я не могу, блин, я не могу нормально культурно это выражаться, блин, это очень трудно. Я тебя понимаю, да. Я выдержусь изо всех сил и ругаюсь. Не, вы молодцы. За сегодняшний эфир было всего лишь навсего 25 матов. Мне кажется, это норма. И половина из них была жопа. Да. Не, мне кажется, слово жопа было, звучало много чаще. Кстати говоря, это правда. Если жопу учитывать, то там получится уже, наверное, за полсотни. Жопа — это такая часть организма. Да, да, это все так. Это анатомический термин. Да. Поэтому, да. Вот художники вот. Или где вообще? Именно. Кто мы вообще? Мы же художники. Что мы, художники, чего мы хотим? Говори, жопа! Отлично. В принципе, у любого мата есть какая-то основа. Анатомическая. Так, сейчас углубимся в эту тему. Не будем углубляться. Этимология матных слов в разговорной речи. Давайте не будем. Пускай от души. Пам-пам-пам-пам. Все уже. Спустились. Сережа, молодец. Вот ребята, кстати говоря, из чата поддерживают то, что вы обе молодцы. Приходите еще. Вас народ хочет, ребята. Вас народ очень хочет. Хорошо, я не буду. Мы написали, Али, не пизди, я не буду. Кто я написал тебе, не пизди? Ну там Агли не договорила. Агли, не пизди, все охуенно. Вот так вот. Ну вот, теперь уже 26 матов. Ну что с тобой сделать? 27. Это чатик, это не мы. Вообще. Это все чатик. У меня удивительно, у меня до сих пор здесь вида собака. Я уже давно ее не рисую. Где у тебя видна собака? На ютубе, блин. А, уже не видна. Ой, там можно дальше проворачивать. Да, собака да. Собака уже не видна. Вот в ютубе, на самом деле, очень хитрая вот эта система со стримами, да? Она тебе показывает даже не то, что в данный момент сейчас вот транслируется, она тебе показывает как бы запись того, что было 20 минут назад, да. И ты можешь перекрутить, типа, там какая-то такая вот штука очень хитрая. В принципе, очень странно. Почему? Ну зачем? Ну что, то, что сейчас ты вот в прямом эфире. Ну, чтобы была возможность, допустим, там, ну, допустим, пропустил, там, отошел, там, не знаю, там, чаю там сделать, да, пропустил там какое-то количество, да, времени. Взял, открутил, посмотрел. И сможешь дальше вот уже с этим отставанием, вот на который ты отходил вот на чай. И норм. Что компьютер намекает, что у него не осталось места. Это, наверное, из-за того, что видео записывается. Может быть, Стесси говорит, да. Он прям бедняжка. Да, очень мало места. Почему? Остановись, что ты делаешь? Перестань. Не, мне, в принципе, у меня сейчас, допустим, нет желания ничего больше рисовать. Поэтому, точнее, на компьютере. Поэтому, скорее, скоро тоже буду отваливаться.
но я буду рисовать на бумажке. Но я могу быть рядом с вами. И озвучивать это все. Сейчас или... Да, сейчас рисую линию. Сейчас цвет. Пам. Блин, опять пам, по-моему, Сережа молодец. Что-то я не знаю, что-то меня как-то заклинило. Бывает, бывает. Пикс, а ты зачем... Написали нам, что 29. Что 29? Сижу, пью чаёк, считаю маты. 29, вот так вот. Слушай, вот мы так. Молодцы, я думала, мы перешли уже на трёхзначные цифры. Ну да, пока находимся в рамках двух цифр. Это здорово. Слушайте, да мы молодцы, хорошо. На самом деле. Это просто охуенно. Надо ставить счетчик. Да! 30. Надо ставить счетчик в углу, знаешь, типа каунтер. Да-да-да. Чтобы он в обратную сторону отсчитывал. Типа 99 лимит, и когда мы переступаем... Раз, и все, короче, и нас выкидывает из нафиг вообще. Нас банит YouTube просто навеки, вечно. За несанкционное использование слова «писька» и «жопа» вы будете удалены с Ютуба. Это как? Не было получено разрешение. Документов у нас нет. Документов нет. А документы у вас есть? А мы такие, а документов-то нет. И все. Я попрошу на выход. Мы такие, ладно. Ну, мам. Нам нужен, это самое, Капитан Америка, который будет говорить нам «следи за языком». Следи за языком. Это был референс к Авенджерсам. Понял. А я так не посмотрела. А да, я немного и потеряла. Немного потеряла? Сейчас на меня, наверное, какие-то, я не знаю, какие-то тяжелые предметы должны полететь в мою сторону. Ну, не знаю, я лишь когда посмотрел, я что-то как-то это... На Avengers надо ходить компанией под пиво. Да, определенно. То есть под там, пиво, да. Да, поржать mm-hmm. себе, что-то там посмотреть на знакомые лица, родные уже почти. И вот есть... он, опять ты, чувак. Да, типа. Ну, зато там совершенно шикарная сцена с молотом. Я вот помню, там шикарная сцена. Ой, да, с молотом хорошо, они хорошо. Она хорошая, хорошая. Там еще вроде какая-то сцена была, но я уже не помню. Там. Я помню, там две или три сцены, вот реально очень такие прям, ух. Такие персонажковые такие прям. Ой, кстати, а скажи, а какой этот... А кто сейчас колорист у МС? Ты, кстати, не сказал таки. Юлия Шевцова. Я, к сожалению, не знаю ее псевдонима, как она известна в интернетах, но звать ее Юлия и фамилию у нее, соответственно, Шевцова. Совершенно потрясающий художник. Она очень такая целенаправленная такая прям девушка, потому что... Она именно художница или на колориста пошла тогда? Она на колориста пошла, я вот говорю сейчас вот художница, подразумеваю то, что у нее очень хорошая живописная база. Когда она нам отослала свое первое тестовое задание, она нам прислала просто живописно раскрашенные, если можно так сказать, комиксы. Mm-hmm. Просто поверх наших лайнов просто живопись такая была разведена. Вот, естественно, это нам не подходило, вот, и мы ей ответили отказом, но... После этого она взялась за свою стилистику, она все-таки очень хотела с нами работать, вот, и поэтому она немножко адаптировалась, поняла, в чем как бы суть работы колориста в Бабле, да, и немножко построила свою стилистику под нашу стезю, и получилось. Ну, то, что ты сейчас вот видишь в Экслибре, у меня совершенно крышесносная штука вот сейчас получается. Очень клево, да, очень-очень прикольно. Мне не знаю, мне нравится. Надо будет просто попросить еще себе скинуть всяких там последних номеров. Mm-hmm. Всяких там последних номеров. На самом деле, я каждый раз, когда открываю Экслибрум, так думаю, так, ну еще подожду немножко, чтобы, еще пару номеров подождать. Ну да, чтобы побольше сразу. Влада, ты что, уже отвалилась? Да. Mm-hmm. Я сижу тут. Ну какая ты быстрая, а? Я на бумаге лучше сейчас рисую, меня сейчас на диджитал вообще не прет. Ну, понятно. Из царян, извините. Хотите, могу даже из скайпа выйти. Да, погоди. Не надо, уходи. Не надо. Нет, не надо. Блин. Маша злая. И злая. Я просто не умею traditional рисовать. Если вы будете делать traditional стрим, то я буду не знать, что делать. Буду читать чатик и задавать вам вопросы.
тоже, между прочим, ну, типа, как будто вроде и поучаствовала в стриме, и в то же время не опозорилась. Хитрая. Ладно, я тебя, умоляю. Ладно, нормально. Все у тебя хорошо с традишкой, как мне кажется, по крайней мере, из того, что я видел, и из того, что я знаю. Да, и ты мне, кстати, хищника хорошего нарисовала в моем этом. Поэтому как бы... О, кстати говоря, я хищника вот этого не видел, интересно было посмотреть. Ну вот отсканю сейчас, может быть, я и покажу его. Давай, давай. Вот, а я там, я ж просто у себя блокнотик завела, в котором мне всякое хорошее рисует. Mm-hmm. Интересное. Там даже твоя девушка есть. Чья девушка? Твоя, ты мне голую нарисовал да девушку. Ладно. Я тебе рисовал голую девушку. Да. Господи. Ну я не имела в виду не твою, Некоторые моменты, я понимаю, как они странно звучат, когда они уже прозвучали. Поэтому пардоньте. Это неизбежно. Да. Сейчас. Блин, надо Гарри Поттера пересмотреть. С чего это так вдруг внезапно? Это просто мелодия такая. Да, господи, я лучше не буду напоминать, напевать, потому что спросите у Маши, как я напеваю обычно мелодии из фильмов. Так, спрашиваем у Маши, как напевает Владия мелодии из фильмов. Если тебе не сказать, из какого фильма эта мелодия, то вряд ли ты узнаешь. Особенно секретные материалы. Боже мой. Каждый раз. Слушай, попробуй. Не, серьезно, напись, спросим просто. Попробуй. Серьезно. Я... Просто точно интересно. Вот это ты. Не-не-не. Да, я лучше не буду. Я так уже много чем попозорилась сегодня. Ой, господи, да ладно, все, ага, Эдди Мёрфи, тебе нравится? Да, хорошая линия цвет. Представляю, такой там есть даже мем с Гэндальфом, когда он типа такой влево-вправо поворачивает, и типа, какое лето? Примерно лицо тоже такое было. Чё? Мне нравится его цвет. Ровный черный. Я на самом деле я завис в этот момент, когда ты реально. Ну да. Ну вот колоризм что-то это. Да, а я что-то как-то. Мы же начали говорить про. Как-то, ну, вообще, ну, как бы мы, по идее, художники говорим о рисунках и прочее. Как-то мне. Да. Первый раз сразу. В контексте, да. Не совпало. Так, сейчас просто я опять вспомнила, как я напеваю этот, поэтому мне смешно стало. Слушай, ну зачем вспоминать, если ты можешь это воспроизвести? Вот как бы как-нибудь созвонимся без публики, я тебе напою. Окей, хорошо. Я напою потом, может, если ты захочешь. Если ты захочешь. После такой интриги, знаешь, странно не захотеть, конечно. Я угадаю эту мелодию с первых двух нот. И не угадал. Я кушать хочу, это странно. А я вот семечками перебиваюсь. Четко. Четкая такая, с семками сижу. Молодец. Как раз закончились семки. Маша, не молодец. Кайф как дебил, серьезно. Да ладно тебе, нормально. Все хорошо. Икать как дебил. Ну, знаешь, когда ты икаешь где-то между иканием интервал где-то в полчаса. Нет, что нормально поикать, так нет. Да, то есть, как бы, ну, как дебил. Ладно. Ну ладно, шоколадно. Убедила. Курить не буду. Интересно, Юка смотрит, какой у нее там котян получается. Я поглядываю. Ох, смотри, смотри на нее, поглядывай. Ну вообще. Такой взрослый. Да. Педобир не одобряю. Слушай, а у него хвост какой вообще? Чёрный. Пушистый очень. Чёрный! Чёрный. Не пушистый, только тонкий. У твоего тоже тонкий-тонкий хвост? Ну да. У меня просто у кошки он такой чуть ли не крысиный. Что-то крыса? Пам-пам-пам! Да нет! Что у тебя кошка на самом деле, ни хрена? А тебя на самом деле ни хрена.
Просто ни хрена. Вот так и сходят с ума. Простите. Блин, не получилось нормально. Всем тем из чатика, кто сейчас уходит спать, всем спокойной ночи, ребята. Спасибо, что смотрели. Вы герои. Вы герои. Правда. Вы нас выдержали. На секундочку, выдержать нас 4 часа, это ух. Так нихуя себе, да. 33. Коровы. Та-та-ра-та-ра. Пиу. Да. Пу-пу-пиду. Так, это что? Ага, это у нас. Мне очень нравятся комментарии в чатике. Под вас рисить классно. Вот так. Атака. Чадик, а мне что-то стало интересно. А если среди вас люди увлекаются эзотерикой? Это что натолкнуло? Сам стрим? У меня такой вопрос. Эзотерикой. Как что эзотерика? А. Да. Что такое эзотерика вообще? Да, кстати, Гермин тоже интересно стал. Magic. Wonderful. Magic Wonderful. Астральные миры. Да, вот это все дело. Объяснила, молодец. Из-за тебя член появился. Magic Wonderful. Еще там единороги и радуга еще. Татарстан супер год. Вот, блин, я сейчас общаюсь с Бардом, и это просто человек. Машина. Такая, кое-что разучилась рисовать карандашиком. Сейчас, наверное, себе сделаю иллюстрацию для книжки. Мне есть месяц. Надо сделать. Да, кстати, хороший квест. И идет делать, боже мой. Реально сделает это. Видели, как Барт рисует, да? Не, покажи, кстати. Барта не видел, да? Я, знаешь, мне знаком этот никнейм, но я не уверен, о том ли человеке я вспомнил. Покажи лучше картиночку. Сейчас. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. У нее вот ее сейчас покажу в феи. О, феи. Да, Барт очень волшебно как-то рисует. Да, очень-очень клево. Вот именно волшебно. Я скинула ее альбом ВКонтакте. В скайпик. Да видел ты ее, знаешь? Ну-ка, ща. А, да. Знаю, шикарно. Хорошая очень. Там, да, хорошая, конкурс интересный. У меня. Медитативное, конечно, это занятие. Какое? Вот сидеть, когда ты сидишь, рисуешь, и с кем-то разговариваешь, начинаешь отключаться от процесса рисования, а потом такой, ой, я же рисую. Да, что ты понаделал? Ага. Да. Все нормально. Включаешься в процесс обратно, вот этого вот рисовательный, и такой, ой, а тут оказывается, что-то уже нарисовано, а мне нужно с этим еще что-то сделать. Кто-то сделал. Да. Кто здесь? А, по крайней мере, нормально, чем, главное не забывать выключать запись. Да, вчера мы тестили запись, и я забыла выключить ее. Оставил там, типа, ВКонтактике шарю, все остальное, типа, там, типа, не пались, выключи его. Увидим твой ВКонтактик. Нет, только не мой ВКонтактик. Бедный компьютерчик, не хватает ему места просто. Че, страдает? Ну да, напоминает мне, типа.
Ай-яй-яй. Что-то ну, очень странно, потому что четырехчасовая запись стрима, да, как правило, она занимает, ну, не знаю, гигабайт 2, может быть, ну, максимум 3. Ого! Ни хрена себе! Блин, ну, а чего вы хотели? Не, ну, это немного, на самом деле. Да. 4-5 часа. Я не знаю, там, эту киношку скачать на 2 гигабайта, там, допустим, до 2-часовую, вполне себе. А здесь аж 4 часа, те же самые 2 гигабайта. Ребяточки, предлагаю нам потихонечку да, скукоживаться. Да. Давайте вот минут через 10, да, вот сейчас завершаем все. И минут через 10 уже это. Да. Скукоживаться до конца. Я загладен. Отлично. Я как раз залью. Угу. Потому что мы как раз, я смотрю, мы отстрелялись со своими 4 часами, поэтому все прям получается, все как вам. Все хорошо. Али мы не мы новцы. Молодцы. Я ж ей захотела. Кто похвалит, коль не мы? Да. Да, я, в принципе, я же не крашу, поэтому у меня основная это... Самое главное, жопа всегда... С цветом. С наброском. А, с наброском? Да. А почему? У меня больше всего времени отнимает сделать набросок, а потом уже начинаю лайнить, уже все равно. Не, ну с лайном, да, я согласен. Ты как будто уже определился, ты знаешь, что как бы делать. А вот когда свет прибавляется, вот это, по-моему, вообще просто будет. Так. У меня цвет обычно один. Вот у меня сейчас он один. Ну, то есть серый и еще какой-нибудь. Поэтому мне. Я даже не пытаюсь. Я как-то пару раз пыталась красить полный цвет, но что-то как-то не мое это вообще совсем. Понятно. Что с этим делать? Наверное, ничего. Да, в общем-то, да. Если как бы у тебя хорошо получается графика, и если тебе нравится этим заниматься, почему бы и дальше как бы не ну, ты думал, что надо прокачивать графику и не париться по счёт света. Нифига себе, какая киса у тебя. Чё, у кого? У тебя. У тебя. Кого тут киса? Чё, нравится? Ты закончил? Ну, я не знаю, я не знаю. Хочется еще что-нибудь добавить, еще что-нибудь испортить, но я не уверен. Я не знаю. Блин, все что-нибудь сделали за этот вечер. Черт, я хочу посмотреть его живым. Обалденно. Пикс, ты будешь же на следующий год готовить новые эскизы? Точнее, ну, как-то в этот раз у тебя были артбуки с девочками и артбуки с мальчиками. Будешь новое делать? Да, да, я так думаю, да. Я думаю, за год определенно будет какое-то количество челленджей, и, может быть, какие-то из них я тоже в отдельную книжечку соберу. Прям такая книжечка с челленджами от Пиксмилка, я не знаю, чем-нибудь. Бля, я не могу. Челленджбук. Да, челленджбук. Демоны, елки-палки. Да, это... Что значит ты не можешь? Просто... Не, я просто я не могу осознать это все, что как бы... А, да, сейчас, блин. Люди делают артбуки свои, выпускают, то есть, которые можно в руках подержать, потрогать именно. А, вот сам факт, да? Ну да, это такое вот казалось, что типа это для каких-то непонятных людей, которые где-то там что-то делают, вот они типа артбуки делают. Это типа как-то тут вдруг вот же все они тут, и они артбуки делают, черт возьми. Да, сам укатился спать. Если вы поняли, что я хотела сказать всеми этими словами, которые я говорила сейчас. Причем вот, что хочется добавить вот еще ко всему вот этому, да, то что мало того, что мы делаем артбуки, мало того, что мы делаем как бы совместный артбук, мы еще их делаем как бы авторские артбуки, но что самое главное, мы их делаем не в пустоту. Да. Этот Комик-Кон доказал нам всем, а у нас были очень скептические ожидания по поводу нашей печатной продукции, авторской в частности, да, и вопреки всем нашим скептическим ожиданиям, мы встретили спрос на наши артбуки, и мы ощутили то, что наши артбуки кому-то нужны. Это здорово. Это реально очень круто. Это так воодушевляет, что просто вообще пипец, на самом деле, просто слов не находится. Ой, да. Всегда приятно не в пустоту что-то делать. Даже если это ну, не самоцель, как бы, то все равно в итоге... Ну, так понимаю, в следующем году вы собираетесь делать больше народа, да? Ну да, да, вот уже
появилось несколько желающих, да, которые захотели к нам присоединиться в следующем году. Mm-hmm. Вот, из Бабла как раз вот художники. Вот, я так думаю, да, будем еще больше расширяться, будет еще более толстая такая общая книжечка. А там, глядишь, может быть, и побольше авторской продукции будет. Блад, мик-мик, мик-мик. Вот-вот. Мик-мик. Мик-мик, да. Дорожный бегун. Окей. Паша, у меня с блоком случилось. Что происходит? Что делаешь? Перестал. Нормально. Нет, не все нормально. Что такое? У меня поломался замечательная кисточка Блурса, и она что-то перестала нормально делать. У тебя просто мало памяти уже. Наверно. Совсем старая стала. Я закончила, что дальше делать? Пойдемте спать. Да, давайте потихонечку закругляться. Да зачем, зачем потихонечку? Давайте прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Ну, давайте. М? Да. Согласны? Да. Да, давайте вот прям так. Ой. Ну, отлично, отлично. Всё. Тогда давайте прощаться. Большое спасибо вам за все. Да, погоди. Дорогие зрители и слушатели, сегодня с вами были Блад Моран. Окей, да, была. Было дело. Было дело, вон тот черный квадрат вот на экране, это я. Агли. Да. Сайми Юка. Пока. И я Пикс Милк, и мы с вами прощаемся. До следующего раза. Спасибо вам всем большое за внимание. Приходите еще. Подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали. И ставьте лайк. Да, и ставьте лайки. Лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, таким образом вы сможете видеть все наши анонсы грядущих трансляций прям сразу же, если вы подпишете на наш канал. Поэтому сделайте, если вы этого еще не сделали. А вот, как-то так. Всем спокойной ночи, ребята. Всем сладких снов. Всем пока. Пока-пока.